Доброе утро, уважаемые любители Dota, или вернее даже доброй ночи. У вас 4 утра по Москве должно быть сейчас. С вами Good Hunt и Mailstorm. Это второй день группы. Сейчас, по-моему, по Москве 5 утра, если не ошибаюсь. Нет, сейчас, да, у нас... Сейчас 5 утра. Доброго утра, дорогие друзья. Да, с вами Good Hunt и Mailstorm, и мы переходим к группе, если не ошибаюсь... Д. Д. Все правильно. Да. MVP Phoenix против LGD. Очередная серия Best of 3. Кто-то пойдет дальше, кто-то дропнется в сетку лузеров и продолжит свою борьбу там. Но не сейчас, в любом случае. Сейчас пока что только мы определим. Ну, хотя тоже в свою маленькую сетку лузеров. Не плей-оффа, но вот этой конкретной группы D. Обе команды, естественно, будут еще играть и в нижней сетке, и в верхней сетке, и поборются за выход в плей-офф. Напомню еще раз, что после групп, ну, мы говорим, что там команды там вылетели из группы, но, естественно, мы подразумеваем это то, что они попали в нижнюю сетку плей-офф. Ни одна команда после группового этапа турнир совсем не покидает и сможет побороться за высокое место. Ну и у нас на стриме MVP против LGD. Одна из наиболее таких титулованных китайских команд по своим заслугам, ну, за последние годы, по своим именам. И корейские звезды молодые, которые, ну, уже, может быть, не столько молодые, но до сих пор... они тоже самая титулованная корейская команда. Да, с этим тяжело поспорить, потому что они единственные, хотя, может быть... Нет, в Корее, я думаю, довольно-таки много команд, просто остальные не блещут, скажем так, MVP в своем стане собрали всех лучших, наверное, а остальные как-то угасли на их фоне, и поэтому пока мы их не видим. Хотя, возможно, через пару лет будем видеть больше представителей корейской сцены. Но это через пару лет. А пока у нас директор 8, который сейчас будет учить корейцев играть в доту. Хотя не факт, конечно, может быть, все будет и наоборот. Да, вот очень много вызывало бурление игра LGD, именно за что их позвали, вообще почему. Многие думают, что их позвали только из-за того, что там играет Xiao. И, в принципе, состав довольно именитый. То есть это Агрессив топ-2 НТА, это Xiao, чемпион 4-го интернешнала, это MMI, старичок, это Maybe, молодое дрование, который также на НТ играл за LGD. Ну и вот их новичок, можно такое относительно сказать, это September, который себя показывает также очень-очень здорово. Против них команда MVP, которая... Ну, для меня стал, наверное, командой, которая играет ужасно в онлайне относительно своего уровня игры на лане, но при этом на лане они выстреливают. Ну, для примера, команда MVP ни разу с последнего мейджора не обыгрывала команду Fnatic в онлайне. В то время как на мейджоре и вообще на ланах выступала очень хорошо. Напомним, они выиграли Dota Pit. Они на прошлом мейджоре также вошли там, по-моему, в топ-5-6. Да. И где-то еще был ланчик, где они неплохо выступали, запамятовал. Ну, в общем, MVP смотрятся очень-очень неплохо, очень достойно. Именно на лан-соревнованиях. Чем это вызвано, ну, сказать тяжело. Может быть, как-то у них... Подход другой, может быть, меняется подход, может быть, то, что рядом сидят. Может быть. Может быть, как-то заряжаются от атмосферы. Тут вариантов уйма. Может, играть начинают на 100%, понимают, что, ну, тут уже... Дурака не поваляешь, да и деньги неплохие на кону, и начинают бодаться. У нас стадия драфта в самом разгаре. Lifestealer, Darkseer, Leon и Doom для MVP. LGD Gaming забирают себе Bounty Hunter, Tidehunter, Disruptor и Invoker. Ну, стандартный Tidehunter от азиатских коллективов. Талончик и в лес. Все, что необходимо, фарм ты свой вывезешь по-любому, на лейне тебя загнобить очень трудно. Единственное, что MVP могут сейчас споты подблочить, тогда Тайду будет чуть трудней. По крайней мере, он не сможет фармить оффлейн спот, а если он отдалится на обычные лесные, то тут можно и попушить, на самом деле. Да, при этом видим Баунти Хантера. Вчера вот его банили очень много, но все-таки китайские коллективы считают, что он очень-очень силен и предпочитают забирать его раз за разом на первый пик. В то время как MVP делают несколько спорное решение. Вот этот first пик Lifestealer'а, ну, как правило, когда Lifestealer забирается настолько рано, его можно подконтрить за счет каких-то пиков, ну, скажем, набрать там всяких виверов мобильных, каких-то героев, в которых он не может вгрызться, которые пробивают его рейдж, и он становится неэффективным. Может быть, Нага появится. Вот неплохо смотрится здесь Нага.
Нага, на самом деле, это очень хороший герой против лайфстилера, потому что как только он нажимает рейдж, можно слипом все остановить, его райт-кликом замесить, вся команда не поможет. Но это герокоптер от агрессива, стандартный его герой, скажем так. Очень много он на нем играет. Мы его видели и на лансере, и на герокоптере длительное время. Сигнатурочка, сигнатурочка еще с CDC. Но вообще, если посмотреть на лайфстиллера, то здесь он вполне неплохо заходит. Стайда он погрызть любит, пак нужен. Инвокера того же. Да, и сейчас, возможно, какая-то будет действительно инфест-бомба, потому что есть пока что у нас хардлиния, пак два суппорта и какой-то вот мобильный. Может быть, не знаю, может быть, райдера даже поставят какого-то. Это фантомка, не решили. Решили полностью в физуху удариться. Но на самом деле у герокоптера до момента появления блэкингбара здесь огромные проблемы. Потому что дистанцию с ним сокращают мгновенно. Лайфстиллер вместе с фантомкой под вантами, когда они от него отъедаются оба с бешеной скоростью, тут очень трудно будет уйти. Как в принципе любому другому герою, что дизраптор, что инвокер, они очень уязвимы. Соответственно, придется рашить Блэкинг Бар. Да, при том, фантомка довольно интересный выбор. Это своеобразная еще и инфест-бомба получается. Она может просто запрыгнуть вместе с лайфстиллером внутри. Я, честно говоря, ни разу не видел этого, но почему бы и нет? Ну, Кво очень много же играл на фантомке. А единственное то, что его постоянно сопровождали в виде виспа. Сейчас мы видим, виспа нет, и будут обходиться как-то без него. Ну, посмотрим, как это заедет, потому что действительно... Пик скорее экспериментальный, чем привычный для нас. Поэтому... Сейчас увидим, как это будет выглядеть. Дизраптор, конечно, может пострадать. В принципе, как и герокоптер. Все-таки он не особо любит, когда с ним вплотную контачит, а здесь есть герой, который быстро доставляет до места. Ну и опять же, есть Леон, который тоже доберется до даггера в свое время. Так, ну что, давай пройдемся по героям. Команда MVP будет играть за Дайр, Кьюо на Фантом Ассасин, Фэбби на Леоне, Фареф на Дарк Сире, MP на Лайфстиллере и Дубу на Думе. Да, ну и команда LGD. Сяоид, Тайдхантер, Септембер будет играть на Баунти Хантере, Мэйби, Инвокер, Агрессив. На Герокоптере ММАЙ, Дизраптор. Ну вот я даже не могу сказать, чей мне пик нравится больше, если честно. Я смотрю, то есть у одних Тайдхантер, который выформит, да, Баунти Хантер, вот это ситуативный герой. Он может выформить, может нет. То есть, точнее, может найти себя на карте, может нет. Потому что он не фармит, он пытается найти какие-то таргеты, которые можно подрезать. А с ним все очень-очень шатко. Может заехать, быстро получает шестой, трек-киллы, вся команда в шоколаде. Вы идете, сноуболите и просто сносите. А может не зайти, не найдет уровень на карте, никого подрезать не получится. Это в среднем выйдет минус один герой там до 15-20 минут, который ничего сделать не может. Да, у MVP таких героев нет. Именно начало очень важно. У MVP, да, у MVP. Ну, вот сигнатурка, как ты сказал, Кьюо не раз играл уже на фантомке. Я еще помню его больше года назад там на одном из старладеров. Он там против Империи раздавал. На том же Интернешнале, по-моему, тоже ему забирали. Ну, в общем, посмотрим затем, как этот парень себя покажет. 5 армора, довольно неплохое количество хитпоинтов. Более-менее урон с руки. Есть даггер, который можно крипов добивать. Да, это очень важно, то, что даггер сейчас пофиксили, и в конце он не менее актуален, чем в начале, потому что 70% твоего урона также влетает, и это больно. Можно с крита какого-то тонкого дизраптора и убить. Это, кстати, полезно при заходе на хайграунд, когда у тебя 5-6 слотов уже есть, а саппорт еще не особо одеты, ты можешь закончить файт с ним, не начиная. Это важно, скажем так. Но посмотрим, как будет это выглядеть. На самом деле в медле, когда прокачает у ворота, инвокеру не так просто будет, потому что дамажащих сплов у него в начале нет. Он основной дэмэдж наносит с руки и форгидами, а если будут работать хорошо у ворота, инвокеру не так просто будет пробивать ПА. Так, ну и заходит на руну, здесь без проблем Кьюо достанется. Поставили вот такой вот вард рейденты. Ну вот Баунти Хантера как раз китайцы используют зачастую, даже если ему не удается поубивать, то просто как вот такого ниндзя-расставлятеля вардов. Это очень важно в современной доте, где у нас уже довольно далеко ушли вперед вот тактические такие маневры.
И, конечно, просто пробежать куда-то в инвизе, поставить вард так, чтобы о нем не знал соперник, это значимо. Кстати, Дубу пока что начинает на хардлинии у нас, а Фарев сразу же уходит с талоном в леса. Ну вот решили Дарксира фармящим сделать, хотя весьма странно, потому что Деста с помощью двух щитков зачастую на лей не может что-то получить. Так, попытка пробить, директор с экеншеллом, нет, ну он тут не взять, на самом деле дэмэджа не хватает. Фласку из него тоже не выбьют. Ну так, хотя бы потихонечку айены. Они его зонят, от экспириенса это самое важное. А здесь Септембр, которого видят Фарев, видят прекрасно его, кидает щитки аккуратненько, Айрон Тейлоном. Будет тут интересно, конечно, очень здорово получается. Да, хотел так сделать, ну, дабл спаун тут... сделать, но сделал только один, потому что Септембр помешал. Ну, Баунти Хантер вот в таком виде он неплох. Он сейчас мешает очень сильно Дарк Зиру, он не дает ему ничего набрать, он будет стелить в нее экспириенс, зачастую будет ластхитить еще и больших крипов, скорее всего, пытаться подрезать. И... А, тут все нормально, да. Да, там стоит в центре, вот сейчас съедаю. Поели. Ну, это в бонус для Септембра, конечно, потому что он-то вард съел, и вижен по нему потерялся, тут регенится еще с бешеной скоростью, и, соответственно, извини. То есть Фарев его сейчас не видит уже. Наказывают за жадность за такую вот. Ну, Дубу тем временем у нас уходит. Отличного крипа для себя находит. Это хороший реген. Теперь сможет и леса фармить, и на линию выходить. А ну, думаю, что пойдет на фонтан для того, чтобы зарегениться. Фарев продолжает. Его вообще не смущает то, что Баунти Хантер находится где-то рядом. А должно, потому что он прекрасно понимает то, что сейчас дарит уровень. Стембер даже не напрягается, постоянно ходит под клавиати, просто обновляет себе инвиз. Я думаю, что замечательно. Он сейчас получит второй, никуда не выходя, при этом напрягает периодически ДС-а. ДС ставит шток на себя. Да, вот он второй уровень. Появляется Джинада. Кстати, аккуратнее надо быть Фареву. Все-таки маны-то у него нет. Поэтому можно получить тычку. Но это будет очень проблематично, если ты сейчас отдашь такой ФБ. Ой-ой, очень близко, и пошел санстрайк. Как так можно? Ну ты же прекрасно понимаешь. Там еще и Дум в это время погибает, а ты, ну он нейтралом отдается, да. Просто. Ты прекрасно знаешь о том, что рядом с тобой Баунти Хантер. Ты не оставляешь себе маны на Сюрж, соответственно, не убегаешь. У него Orb of Venom, это давно зачекалось, и ты знаешь, что то, что ты ему подарил второй уровень, появляется Джинада. Ну, это вот прям ошибка игрока на 100%. Я даже не то, чтобы ошибка, это какая-то супер-мега уверенность, самоуверенность и расслабленность. Ну да, ошибка, но тяжело как-то объяснить ее, что ли. Ну, в любом случае, это хорошее начало для LGD. Почти третий Баунти Хантер, при этом Maybe забирает First Blood, быстрее принесет себе медасик. Ну и посмотрим как раз, что на миде у нас. 11-6 у Фантомки, 10-9 у Maybe. Ситуация равная, ну Maybe разве что еще First Blood себе забирает. У Тайтхантера пока что 3 крипа. Вот, кстати, интересно, директор решил у нас играть через сапог. Это довольно тоже часто делают в Китае. Несмотря на то, что на линии тяжело, все равно он не уходит в лес, он продолжает здесь вот так вот фармить. Ну, с сапогом он чуть чаще может подойти ближе и так далее. Сейчас это пытаются его забрать, скорее всего. Могут быть проблемы, да, потому что под Infernal Blade и Землю, Саура и Дума это полезный, можно пытаться. Ну, своевременно он оттуда уходит. Так, где у нас Баунти Хантер? Баунти Хантер пытается найти, ставит Сентри Вард. Зря он отстал от Дарктира. На самом деле, это его кормушка, грубо говоря, была бы до середины игры. Он бы ему апнул там и третий, и четвертый. Глядишь, лишний раз бы где-то его еще и подрезал. Потому что Соул Ринга до сих пор нет. С маной иногда будут проблемы. Кларити сбил, и Дарксир очень быстро будет вынужден возвращаться на базу. Ну, вот БХ решил сменить немного стиль игры. Да, и Дарксир тебя никак не убьет, не поймает. Это очень тяжело. Дум выходит на мид, Maybe подставляется, но вряд ли его здесь получится. Не пробьют, не пробьют. Че, БХ подходит? Maybe пошел колдснэп, но Дубу здесь погибает 100%. Что происходит с MVP? У вас Фантомка отказалась от идеи идти и бить инвокера. Почему идет Дум? Ну, хорошо, он там второго уровня, у него все замечательно. Infernal Blade там тыкнул. Все, основной дэмэдж ты уже выдал. Чем ты собираешься затыкивать инвокера, который кидает тебе колдснэп под вышкой? Ошибаются. Надеюсь, что это начало. Чуть-чуть расслабленно, расхлебанно играют и сейчас соберутся. Может быть, какая-то неуверенность в себе, потому что игра пассивная. И зачастую в такой игре просто нужно спокойно сидеть и фармить, ничего не делать. Но вот очень хотят MVP какие-то активные действия, что-то где-то заработать, кого-то убить. Может быть, не совсем уверены, что у них все будет в порядке, если они совсем ничего не будут делать. Вы пикаете Дума лесного и Дарксира лесного и хотите навязывать агрессию. Это немного странно. У вас против должен бурка быть лютый перефарм. То есть у вас есть Дум с Деваором, ешьте крипов, и Дарксир, топовый фармер лесов, который стоит и бьет. Тем более даже БХ
от него отстал. Вообще все замечательно. Пятый уровень. Вот добери меку. Добираешь меку, добираешь барабаны на думе и иди с удовольствием дерись. Куча статов, куча аур, спокойно идешь и месишь, когда там Bounty Hunter еще вообще ничего в кармане не имеет. Ну, не знаю, торопится чуть-чуть. MVP это видно, возможно, немного трясутся руки, все-таки против китайских грандов играют. Ну, они всегда так играли, вот именно это MVP, их какая-то чрезмерная где-то агрессия, просто у них сейчас не получается, но когда у них начинается получаться, это все выглядит все равно так на тоненького, супер рискованно. Такой вот у них игровой стиль, поэтому здесь не стоит особо удивляться. Опять же, если посмотрим по графикам, то преимущество у LGD очень-очень маленькое. Вот эти фраги до 10 минуты, вроде бы какие-то ошибки, но за это дают очень мало. А после 10 минуты там 3 фрага сделать, это гораздо сильнее. Это просто может дать хороший задел для того, что инвокер, он делает ФБ, да, у него по крипам там 29, но это столько же, сколько у ПА, только он с денайл в 2 раза больше, чем она. Соответственно, у него более-менее таймингово появится мидас, он начнет набирать, это может просто, ну, не особо хорошо сработать для MVP. Вот этот подарочный ФБ, потом да, еще cold snap. Быстрее мидас, быстрее там 11-12 уровень, больше урона. Это если правильно реализовывать, то а Maybe умеет играть на инвокере, может получиться гадость. Просто если ты там неплохо подерешься после 10, ты все сократишь отставание. Но если ты еще и проиграешь, то у тебя там уже отставание будет огромным и уже будет очень тяжело. То есть такое, скажем так, создаешь себе неблагоприятную ситуацию и лишаешь себя какого-то права на ошибку. Чуть более поздней стадии. Ну что, Герокоптер получил 6-й. 6-й есть у МП. И вот сейчас что-то начнется. Перетягиваются, есть вар. Давайте посмотрим, будет ли видно. Смок не будет видно, да. Смок не спалили. Сейчас будет попытка выйти на агрессива. Ну, кстати, с флеком и 4-й барагой может очень много урона раздать. Будет и фекс, или подкоп. Вот он фекс, агрессива. Надо ванты кидать, выгрызаются. Пошел блинц. Рейдж прожимается, но загрызут. Загрызут за агрессива. Шелдаун у тебя, да. Но, тем не менее, погибает. Ну вот уже, вот это хорошее действие от MVP, причем я ожидал, что агрессив сам с 6-м левелом сразу куда-то уйдет, но нет, он остался на линии и моментально его за это наказывают. Лайфстиллер начинает агрессивно, причем опять же, обычно стараются Леону оставить линию, Лайфстиллер куда-то уходит, здесь же и Лайфстиллер, и Леон просто оставляют верхнюю линию совсем для команды LGD, сами выходят, убивают Кирыча. А я вот даже не знаю, что лучше, то есть то, что умер Герокоптер, это плохо, однозначно, но то, что там теперь на полном в фарме Tidehunter и БХ, это немного другое. ММИ, ну, прилетает. А ой, кстати, он 6-го уровня. Он с Ravage. То есть по нетворсам мы видим 1700. Не сильно отстает от Дес, который с первой минуты ушел в лес, на самом деле. А, директор терпел на лейне. Да, тут самое, конечно, неприятное, это то, что инвокер еще до мидаса уже обгоняет своего визави на центральной линии. Такого не должно быть. Ну, это как раз таки вот third blood. Да и, в принципе, он, ну, все-таки фантомки тяжело напрягать именно инвокера. Она не обладает такой взрывной мощью в самом начале, а ему этого и надо. Он сейчас поднимет свой мидас. 2 килла, 8 уровень. Это слишком все хорошо для Maybe. Ну, посмотрим, как он будет это реализовывать. Септембр, 4 уровень, заходит. Ну, вот игры, у Кво есть бонус, это Lifestealer. Если Lifestealer прыгает в него, они запрыгивают на этого инвокера, и они могут в теории его съесть. В принципе, любого героя могут съесть, кроме Tidehunter, наверное. Потому что там Анчер Смэш по двум милишникам, Ревич, Куди и так далее. Варейдж, ну и Фрэш. Вот. Поэтому могут попробовать. Сейчас, может быть, Lifestealer даже к нему и сместится. Очень необычный айтем билд у Фарева. Точнее, я бы не сказал, что прям совсем необычный в погоне за курьером. Обычно стараются, если у тебя уж есть Soul Ring, то загрейдить меку. Но вот иногда дарксиры прибегают к такому айтем билду. У тебя и Soul Ring, и Аркан Ботинки. Очень много маны, но до меки далековато в такой ситуации. Да и левел у него какой-то слишком маленький. Для дарксира, конечно, в 10-й минуте это очень мало, учитывая, что ему нужно еще очень-очень много экспы. Мидас до 10 минут. До 10 минуты появляется мидасик для инвокера. Великолепно, в принципе. С учетом того, что его никто сейчас не напрягает, не пытается убить. Вот падает вышка, Леон ее забирает. Конечно, большой бонус для Фэби, с учетом того, что сапог есть, еще бы дофармить 6 уровень. Ну, до дайгера, конечно, очень далеко, но пару вылазок с лайфстиллером внутри, и глядишь, у тебя жизнь налаживается. Да, там как раз вот как сейчас делают Леоны, они после 6-го идут, сразу начинают стилить хилы откровенно, ну, потому что в такой ситуации они зарабатывают, ну, либо просто зарабатывать хилы, не обязательно стилить, ну, зарабатывают золото, и впоследствии блинк появляется чуть быстрее за счет этих фрагов.
Не, на самом деле правильно стилить, потому что крипов тебе на лейне зачастую не дают, да и добить их проблематичнее намного. А вот забрать килл, который для керри, это один лишний спот, скажем так, в лесу, он его забирает там за несколько секунд, а для тебя это очень много денег. Доходит Кио, кулдаун, статик, шорн, кидает барифайр, но никуда не уйти, слишком много магического дэмэджа. Наказали здесь за эту баунти руну, погорячился Кио, и 4-1. У него, опять же, не статовый вариант, он играет через фейзы, то есть здесь раскастов магических очень много. Баунти Хантер апнет 7-й, у него будет 4-й тос, будет Барейдж и Ревейдж. Он, на самом деле, уже разваливается при таких раскладах. Ему надо было играть через какие-то барабаны ПТ, как по мне. И здесь было бы все лучше, появляется Мека. То есть Пашка — это такой герой, если он пережил раскаст, он начинает раздавать. Ну, то есть у тебя там остается мало ХП, при этом к тебе очень трудно попасть. И не стоит забывать о том, что каждое ХП... попытка догнать гирокоптера, будет ли кекс, вот он кекс, лайфстиллер, нужны ванды, пошел под коп, есть щиток, агрессия его должны съедать. Да, вот пальцем как раз то, что мы говорили, просто стилится. Лайфстиллер уходит, Сурдж, Фэби возвращают, Глинцом, и должны мы здесь разбирать, ставить керуху до конца гейминг, ну и в итоге забирают его. Да, опять гирокоптера поймали, Леона еще могут поймать, и Леончику нужно бежать отсюда, потому что форжи его разминают очень хорошо. Они пока еще даже не били его, так что все нормально. С армором у него все нормально. А, на чем я закончил? Не помню. Да, это хороший вопрос. Ты говорил про то, что... А, вот, каждая ХП, то есть, ну, лишняя сотня, да, она дает шанс, что ты увернешься пару раз, и эта сотня уже превращается в гораздо больше. Поэтому барабан и ПТ, это может подарить тебе очень много лишних тычек в файте, которые с руки. А когда ты выдержал весь раскаст, инвокеры, гирокоптеры, они начинают тебя все втыкать просто там. Порейчить, конечно, эта штука лютая, на самом деле. Один из самых мощных скиллов. С таким КД. Тайтхантер до сих пор свой ревеч не использовал. Несмотря, вот я не узнаю немножко LGD. У них есть гирыч с раскастом, у них есть тайт с раскастом, но они продолжают фармить. Обычно китайские коллективы стараются выходить и использовать. MVP уже дважды сделали вылазку с Леоном под 6-й лайфстиллера и под 6-й Леона, и каждый раз убивают гирокоптера. Тем самым у агрессива, ну, как мы видим, чуть-чуть по фарму... Он отстает от того же инвокера. Хотя вот сейчас зафармит стати, да, все равно у него все неплохо, но могло бы быть и еще лучше. Ну, верят LGD в то, что если они ничего не будут вот так даже предпринимать, то все равно они сейчас станут сильнее. Дум заходит. Дум. Есть кулдаун. Не хочется отдавать, очень не хочется отдавать крипов. Ксяо проседает, там кентавр бьется в неравной битве, но Ксяо слишком сильно просел. У него 200 хп. Можно забирать, на самом деле, эншентов. Это трудновато для MP, он тут потыкивает. Да, это очень Фэби идет зонить. Ну, не стали забирать. Там и с Баунти Хантером возвращаются. Дарксид, кстати, к Мекке уже очень-очень близок. Септембра, кажется, увидели. Не уверен я, но в любом случае поймать его тяжеловато. Давайте графики глянем. 2000 LGD ведут. Это вот. Мало. Это мало для 14 минут. Это совсем не считается. Там, ой-ой-ой. То, о чем я тебе говорил. Крит и практически саппорт погибает. Но единственное, то, что Кло разменялся сейчас на саппорт. Они в воде, хотя лайфстиллер может подгрызть. Нет, решил уйти отсюда и правильно делает. Потому что могут быть сейчас проблемы. Септембр представляет подвижный вейв. Думом затыкают агрессивом. Можно сгрызть. На самом деле, Иксяо, это что там по вандам будут и щитком начинают выжигать. Пошел кулснэп, есть рейдж, прожимается, а там уже проблемы небольшие. Вот так вот Леон не стал особо церемониться, Фэби добивает сфингера, и нужно отступать сейчас. MVP пытается... Дизраптор летит, там летит дизраптор, чтобы просто глинцануть. Ну, не хватает. Вот сейчас может хватить, да. Хватает. ДС, кулдаун. Форел это... Разменные монеты, скажем так, его постоянно отдают на этот глимс. Не успел купить рецепт на Мекку, там чуть не хватало, конечно. Но суммарно размен для MVP неплохой. С учетом того, как началась драка, то, что они разменяли саппорта на своего мидера, потом как-то после ревейджа и так далее еще смогли что-то получить. Ну вот, были бы барабаны и ПТХа, скорее всего, он бы даже из этого замеса выбрался. Четвертым блинком прыгнул на своего кого-то героя, ушел бы, и все было бы замечательно. Но вот фейзы, они дают возможность дать такой крит с даггера в дизраптора, то чтобы он почти сразу своего динозавра упал. Но выйти живым не дают возможности.
Да, ну, очень интересно началась действительно драка именно с этого клинка, который там снял почти все хп. Да, так вот в этом бонус па, то есть она сейчас доберет, может пойти в какой-то очень-очень дамажный вариант, а-ля там какой-то дизолятор, доминатор там, и просто метать дагер и ждать, когда тут дизраптор упадет. А дизраптора теперь надо защищаться, хоть как-то собирать любые статы. Ну, Угрклаб появляется, решил Блэкинг Бар, наверное. Ну, собрать. Вот, возможно, послушал тебя и... Ну, так надо было начинать тогда немного с другого, потому что рашить БКБ первым айтемом, это значит, что к 25-30 минуте оно у тебя уже будет 5-секундным. Это, конечно, всегда спасает от Ravage, это факт, но... Септембера подцепили. Здесь абсолютно один пытается... Вакуум надо подтягивать его. Да, подтянули, но пробивают неплохо. Пошла стеночка Септембера, добивает его собственные люди. Инвокер собирает первую движку, паре подступает. Агрессив распоставался, у агрессива ничего нету. МП отходит. Все бегают через стенку, возвращают здесь. Дисраптор кого-то вернул, даже не понял куда. Врезаются в Тайда, есть Ревач. Пошли за Тайдхантером. Дум на Тайдхантера. И Ксяо не успевает прожать свой ультимейт. Замедляют Мэйби. Мэйби. Колдснэр. Мэйби. Инвиз. Через одну секунду есть инвиз. Будет ли просветка? Не, она просветка есть. Она уже была, насколько я знаю, у них какой-то вижен есть. А, да, просветка на самом деле. Значит, у двух саппортов просветки, потому что только сейчас же просвечивали баунти Кантера и тем самым забирали. Ну, в итоге еще и минус Тавр. Очень хорошая атака от MVP, да, и Doom вот этот вот на Тайд Кантера. И в целом много заработали и продолжают Кентаврика добить, да, забирает Кентавра. БКБ просто даст возможность вот именно по его сборке фантомке идти вперед, ее вообще ничего не заберет. То есть да. Она очень. Ну, пока только первый уворот, поэтому все-таки можно в нее попадать с руки. Конечно, неприятно будет. Но на самом деле, вот они сейчас показали свои жердяи, вот эти, кроме Леона, все толстые. Пашка за счет Огр Клаба уже потолстела, плюс увороты. Найкс сам по себе, щитки Дарксира. Ты идешь, месишь. Тебя остановить очень трудно. Рассказ какой-то потрачен был. Правильно заткнули Тайдхантера. Это единственный пацан, который может срезать дэмэдж и дать Ravage, который остановит всю эту атаку. Остальные все только по соло целям могут откидываться. Ну и Дизраптор перед этим тоже все уже свое потратил. Сомнительное решение от Ксяо. Он кандидат для Дума номер один, но он фармит себе еще и Меку. И теперь он кандидат для Дума номер один дважды. То есть его просто будут затыкать, он не сможет дать ни Ravage, ни Меку. Но он сейчас неплохой выход. Цепляют Леона. Дисраптор может вернуть фантомку. Леон. Леон. Закрывают фантом Ассасин. Падает Леон. Успевает дать Хек. Санстрайк. И он не попадает. Есть Леон запрыгнуть. Есть. Ай, Ravage. Чуть не успел Дарксир. Мог бы краешком попытаться Меку как-то дать. Да, он скорее не хотел спускаться, чтобы фантомка запрыгнула. Да. Был уверен, что успеет она это сделать, но Ксяо не пожалел Ravage. Абсолютно верное решение, учитывая, что у соперника есть Doom, и тебе могут просто в драке его не дать кастовать. Лучше не рисковать лишний раз. Да, Doom тем временем у нас фармил Лисад, зафармил себе Blade Mail. Лайфстиллер садится. Кого-то садится Лайфстиллер. Сатира. Нет, это желтый сатир. Это с доминатора. Ну, щелкнем просто на лайфстиллер два раза. Да, сейчас тут. Метеор, лайфстиллер, вот он. Вот он в урсе. Боже. А значка-то нет? Да, значка почему-то нет. Ну, это частая сейчас проблема. Я говорю, я первый раз очень испугался, когда Ancient Dragon залетел на хайграунд, начал сжигать. Сам в себе без значка. Что происходит? Да. Думаю, я понимаю, что Китай там и так далее, но драконы сами по себе это перебор. Любимый дракон Смайла, вот этот вот. Ему очень нравится аватар. Black Dragon Airlines, называемый скелатом. Да, страйк спалили, ну, за счет вандов здесь будут все фуловые, конечно. Ravage нету, и... Немножко... Омека есть, и драться в этом проходе не самая лучшая затея. Bounty Hunter очень тонкий, 860 хп. О! Получает трек. Ответный дагер. Сурж. Заходит Doom под Сурджем. Тайдхантера пошел, врыв, залетает. Крит, просто крит с дайгера, поэтому Баунтихантер отправляется в таверну. Его продолжает преследование, запрыгивает на Тайдуху. Очень проблематично ставит статик шторм, хороший, нужно накинуть ванды на агрессию. Вот они ванды, запрыгивают, он начинает от него регениться. Будет ли дайгер, есть дайгер, третий проходит, его начинает спасаться бегством. Санстрайк под себя, Ко упрыгивает. Подкоп от Леона по троим неплохо. Треком подсвечен Фэбик. Проблемы огромные, еще и глимсанули. Ай-яй-яй, ну хотя бы... Нет. Паут не получается сделать. Ужасная драка, на самом деле, для MVP. Далеко нырнули, скажем так, под Т2 вражеский. И потратили много чего.
убили при этом только Баунти Хантера. Должны были забирать гирокоптера, но он был под хостой, и это спасло ему жизнь. Еще так долго там не понимали, в чем же дело, почему гирокоптер настолько быстрый под вандами, как ему это удается. Ну вот так вот. И в итоге 11-8. 21-я минута игры. Давайте еще раз на графики взглянем. LGD после этой драки опять выходит вперед. Каждый раз так они все больше отрываются. Ну, там еще медасик не стоит звать работает, поэтому инвокер будет набирать. Инвокер сейчас уже будет с аганимом. Надо зафокусить как-то агрессиво. Потому что он с барейджа так разматывает пашку. Когда он соберет БКБ, не так опасно будет. Но до БКБ... Заходят сами теперь на Рошана. Есть Реведж. У Дума нету врага. Нету Утилиона. Знают прекрасно об этом. Делают сюда телепорт Мэйби на Волка. Да, и кажется, отдают Рошана. Ну, как ты его защитишь? Там единственное, что вакуум стенка какая-то может быть хорошая на хайграунд затянуть, но... Нет, отдают Рошана без боя. И Гирыч поднимает себе Аегис. Одновременно с этим Фантомка подбирает Black King Bar на базе. 12 уровень у нее есть, уже вторые у ворота. Но, как мы видим, кор героя по нетворсам чуть впереди у команды LGD. Здесь очень важно будет именно как будет реализована драка, потому что такие способности, как Реведж, Static Storm, как тот же вакуум со стенкой, их можно вкастовать очень круто, а можно вкастовать очень плохо. Кьо заходит, и не видели его, заходит сейчас в спину, идет, спалился на варде. Сейчас его будут принимать, но у него есть БКБ. Есть БКБ, Кьо заходит, дает клинок, жмет Blacking Bar, агрессив, моментально отличный вакуум от Парева. Падает агрессив, но это только Егис. Ставится неплохой Static Storm, но Фантомка за 10 секунд Blacking Bar раздает очень-очень больно. Пеппи дает кек. Агрессива могут второй раз убить. Могут убить второй раз. Да, Ice Wall никак его не спасает. MP прижимает рейд, чтобы выбраться из-под Ice Wall. Кво. Это все повырваться. Минус 2 сделали, это уже неплохо на самом деле. Минус 3, я бы даже сказал, учитывая, что агрессив. С учетом дропа Егиса, да, это минус 3. Ну, можно пофармить немного. И сейчас вот за этот файт они отыгрывают, я думаю, порядочно. Да, мы видим 200. 200 — это половина преимущества, которое набивали 21 минуту ребята из LGD. Отыгрывается моментально. Тубу. Нельзя вскрываться тайду. Нельзя, у него, конечно, есть Ravage. А вот сейчас по троим, а может быть по четверым. Ксёвит! Нужен? Нет, но маловато героев рядом. Хотя бы сейчас там черт мэш! Ravage! И надо Метеор или Бласт какой-то. Фэбер погибает с фулснэпом. Его просто разобрали. Здесь же Форел ускоряет. Дубу быстро убегает отсюда. Его глимсанули назад. И он, скорее всего, отсюда не выберется. Да, отличная игра от Ксяоэйта. Инвиз реализован на 100%. Пошел Санстрайк. Санстрайк не попадает в Форева. И... спасают бегством MVP, да, дают двух героев. Но вот должны были понимать, MVP там так сильно потупил, я бы сказал, Doom около елки. Обычно, играя против инвизеров, стараются вот учитывать такие моменты. MP, рейдж, кулдауне. Но врывается Кьо, и дисраптора минусует, минус дисраптор. Ксяоэйт, следующий на очереди. Дагер, есть замедление, запрыгивает, пошли криты, если чем сбить. Буквально пару тычек, нет, не хватает урона, чтобы убить Тайдхантера, ну пока да. Из-за того, что Фантомка зарашивала Blacking Bar, это, конечно, в ущерб дэмэджу определенно, и не получается выдавать бешеные криты, но 16 уровень не за горами. К тому же дисраптору хватает очень хорошо там залетать. Ну, на 16 ему будет хватать с головой, на самом деле. Не знаю, что здесь будет собирать Фантомка. Обычно это какие-то дамажащие артефакты сразу, то есть дизолятор. Ну, дизолятор будет рашить на экс, понятное дело, поэтому здесь это будет что-то другое. Может быть, он соберет какой-то башер, который здесь смотрится тоже неплохо. Ну, другое дело то, что он в Abyssal Blade, немного по-другому. А почему Фэби так в лицо пошел Тайдхантер? Можно вопрос? Он просто с ним поцеловался. Он зашел в лицо арбуз, он практически нарезал арбуз. Но в итоге арбуз нарезал его. Нарезанный арбузом. Нарезанный арбузом, так по сути-то и получилось для Леона. Ну, как-то да, он пошел за MP, но это тот неловкий момент, когда ты с другом пошел. Да, когда Тайдхантер... Друг подкачанный такой, жесткий, и ушел спокойно оттуда, а ты остался разгребать. Ну... проблемы. Где он, кстати, появился? Такой себе друг, на самом деле, я тебе скажу, который ушел и оставил тебя дрища разгребать проблемы. Он просто свалил, да, он просто свалил. Ну, хотя и правильно сделал, на самом деле, потому что
Фэби нужно было играть аккуратнее. До сих пор нету блинка у Фэби, 25-я минута. Ну, не так все хорошо здесь у MVP, чтобы Леон смог поднять себе этот быстрый даггер. Очень хочется побольше фарма и на Фантомке, и на Думе, и на Лайфстиллере. Вот Дизоль тот самый, про который ты говорил. Что тут еще? Это Сабля. Сабля. Стандартно. Вот интересно, что будет собирать О. Он же не дизолятор собирает, правильно? Он собирает, скорее всего, башню. Дизолятор уже есть. Дизолятор уже есть, поэтому я говорю, 1900 на руках, он либо сейчас будет укрепляться барабанами, либо он будет собирать атакующие артефакты, чтобы тайткантера все-таки пробивать, тип-аут сбивать. Поэтому башер — это идеально. Возможно, МКБ. Это наперед сразу бабочки и гирокоптера. Скажет ему, не собирай бабочку. А гирокоптер как бы... Ну пока, да, но там может быстро появиться баттерфляй, на самом деле, потому что артефакт хороший для фарма. Заходит, минусует вышку, МП здесь с дизолем быстро снимает. О, кто может БФ собрать? БФ? БФ, на самом деле, скади какой-то для статов, и оно урона там достаточно дает для фантомки. Ну, куча вариантов. Башер, про который ты говорил, уже очень много, потому что, опять же, собирается Эбисал через Вангвард, и там, дополнительная прочность не повредит. Хотя, мне кажется, старый он был поприятнее все-таки для именно для фантома. Да, для фантомки он был определенно приятнее. Я сейчас тут каким-то... другим героем, ну, типа Нарикса, да, интереснее. ДК какой-то, может, сейчас с Abyssal Blade'ом бегать, ему тоже подойдет. Тайда могут поймать, Тайда уходит. Нечем глинцевать, у противников есть чем. Драйгером? Спина. А как насчет глинцануть? Кстати, штормует или он просто глинцится? Он просто глинцится, да. Никто его не тронет. Ну там БКБ, может, пытался. Санстрайк попадает, но ботл. Ботл спокойно отступает. А почему ни у кого нет Владмеров и так далее? То есть это здесь очень не помешало бы. У них огромное количество контактников, которые зависят напрямую от урона и лайфстила, и до сих пор ни Дубу, ни Кво никто не собрали Владмер. Это очень странно, на самом деле, как по мне. Да, действительно необычно. Ни, причем ни в той, ни в другой команде. Смоук разбивают, Кьё идет как будто бы один. Спалил Тайдхантера, Дубу, качать Эмбера нельзя, пошла просветка, покупается Блейд Мейл, фулдаун, залетает, Дубу рассыпался моментально, Кво пытается запомнить с ним эмайн, там же появляется Фурта, поэтому он уходит. Сяоин ждет, когда дать ревейдж, но уже минус 2, и поэтому лучше его дать сейчас, чем никогда. Санстрайк не попадает. По кромочке проходит МП, выживает при этом, играет армлетом. Не отступили. Кажется, в инвизе находится Фантом Ассасин. Этого могут не ожидать. Мэйби идет, уверенный в том, что Леончика сейчас можно подцепить. Сзади Дарксир. Фантомка выжидает момент для атаки. Трудно будет. Ревейдж же будет. Хотя под рейджом, если зайти, вот сейчас прям надо в Мэйби заходить. Рейдж не нажимает. Это Гелосиллер чуть не разбивается. Надо агрессию грызть. Надо грызть. Будет ли прожиматься Ревейдж? Боится. Кво запрыгивает. Понимает, что будет Ревейдж. Заходит на край. И получает последнюю интитаклю. Агрессив пытается уйти. Неужто другие не дотыкают? Кво уже взорвали. Боже мой, какая ошибка. Почему Кво не впрыгнул сразу? Одной единственной тычки не хватило по гирокоптеру. Если бы он запрыгнул и просто ударил. Да, он попал бы под ревейдж. Да, но там бы не хватило ревейджа, скорее всего. Он попал под ревейдж. Да, он потому что мансил вот этим краешком. Это неуверенность. Вот неуверенность в себе. Неуверенность в том, что стоит или не стоит. Она сыграла сейчас с ним очень злую шутку. Ну и Xiaowei до конца держал свой ревейдж. В итоге дал его именно в тот момент, когда уже закончился рейдж лайфстиллера. Драку, конечно, LGD на тоненько. Вот прям вот буквально за долю секунды, но они смогли выиграть. И очень классно взорвали Кьё, конечно, после того, как добили лайфстиллера, понимают, что только Кьё теперь может какую-то угрозу представлять из себя. И уже серьезное преимущество получается у LGD. За счет треков, за счет выигранных файтов они выходят все сильнее вперед и вперед. Мертвым грузом продолжают лежать деньги. Не знаю, что Фантомка собирается себе купить, это БФ. Да. Ну, правильное решение, как по мне. Какой-то лишний дэмэдж, тычка. Сплэш. Сплэш, да. Ну, это ускоренный фарм и так далее. Давно надо было начать с Клеймора. Здесь, я не знаю, здесь даже какой-то Сильверейдж смотрелся неплохо на самом деле. То есть подкрасться к Тайдхантеру, срубить ему пассивку вместе с Лайфстиллером, просто сгрызть его за 2-3 секунды. Ну, вот тут расчет на дом. Ой-ой-ой, мэйби, разрывает. А, чего они хотят? 19 уровень инвокер. Вы подарили ему ФБ, вы подарили ему еще фраг, то есть он получает ранний мидас. Готовьтесь к тому, что на 30-й минуте он будет с необходимыми слотами, чтобы разваливать вас в соло. 11-1-3 у мэйби, и готов идти дальше. Здесь подходит Септембр, иллюзии гирокоптера. Фарев взял себе блинк, несет его, добивает иллюзии.
Точнее, не Фаряф, а Фэби, конечно же. О, хотят заставить поражать в облаке Барни. Получается, Глимса не будет, слишком далеко дизраптор. Ну, Куро, конечно, в том файте накосячил. Вот прямое слово, по-другому, наверное, описать трудно. Да, Герокоптер уже собирает против него МКБ, чтобы и с руки наносить свой дэмэдж, и не было проблем с каким-то эвейженом. Саблю МП. Ну, очень сильно, конечно, от инвокера они отстали. Инвокер просто 11-1-3, 19-й, почти 20-й уже уровень, и ну, уничтожает знатно. Он сейчас еще пофармит пару минут, и у него будет нетворс ровно такой же, как у двух коров команды MVP. То есть, а это показатель как бы. То, что тут БФ разгонит немного фарм, это понятное дело, но поздновато на 31-й разгонять фарм. С этого надо было, возможно, начинать даже. Но без блокинг бара никак. Ну, какой-то снежный ком получился для кого? Да, такой в обратном направлении получился снежный ком. Ну, разматывается. Он как бы, да, да, как, знаешь, клубок с нитками или с тряпками взлетит с горы и разматывается, в конце ничего не остается. Но здесь пока что есть шанс начать собирать то, что он там выронил по пути. Так, ну и что? Есть блинк у Леона. Гем все еще сохранили MVP в прошлой драке. Это, конечно, им немножко должно помочь. Но, как мы видим, очень хорошие варды LGD, которые даже с гемом сбить непросто. Они стоят в таких точках. Правда, видят они, конечно, тоже не очень много. Если сейчас посмотреть. Вижена. Ну, хоть что-то видят. Тайтхантер. Выходит на него. Дум. Стан вылетает с Дайда. Тут вообще его не щадя, на самом деле, еще и палец в сандалии. Байбек у него, конечно, есть. Мне кажется, стоит забрать Т2. Зря так убегают отсюда. Да, так подступили, но думали, что кто-то там рядом, что это байт, и сейчас пойдет контратака. Оказалось, что никакой контратаки нет, просто Рошана забирают правильно с этим LGD. А вот очень удачно. Кстати, не так быстро. Здесь можно пытаться и на хайграунд зайти, если ты видишь, что никто не дефает, но они решили пойти на Рошана. Ой... Главное сюда успеть Дарксиру. Вот от кого зависит. А нет, никто никуда не успеет. Тут у сатиров высасывают ману, поэтому никто не торопится. Да, Рошан падает. Да, без Тайда-то могли бы подраться, почему и нет. Да, не было Дума, да, не было Кингера, но у соперника нет целого героя, у которого Грейвзы, у которого Ravage. Шанс был хороший. Но забирают Аегис, отдают его Герокоптеру. Хотя, может, в такой ситуации было бы и Инвокеру дать, он очень большой стрик имеет. Ну, у Гирыча там стрик не меньше, судя по всему. А все собирают, ну, мы видим то, что Герокоптер собирает Манкетинг Бар. Это значит, что у Кво скоро начнутся огромные проблемы. А он не успел выфармить тех слотов, которые дадут ему жира, чтобы уже вытанковывать тычки Герокоптера. Потому что попадая, Герокоптер будет его просто ломать. Да, тут нужен какой-то сатаник ему, наверное, чтобы отхиливаться. Плюс еще и дэмэдж хороший. Я не знаю, я вижу одно решение для MVP. Это добрать Кирасу на лайфстиллере и собрать какой-то Solar Crest на Думе. То есть фокусить один таргет, даже пусть это под будет Герокоптер, армор. Под минус армором, пытаться убить его с двух тычек. Ну, то есть там удачный крит, пару тычек сейбера от... Даггер, вот этот вот. Да-да-да-да. И, соответственно, то есть минус таргет, потом переключаться на следующий. Потому что сейчас я не вижу, как они будут убивать. Я не вижу, как они будут бить Герокоптера, который нажимает Blacking Bar и просто начинает уходить. Ну, ты как бы не можешь с ним дистанцию сократить, фиксации у тебя тоже никакой нормальной нет. Ни одного башера, ничего. Дум будет тратиться 100% в Тайтхантер, чтобы он не дал ревейдж. Могут сейчас Септембера, кстати, забрать. Заберут. Ну что, а, Дум делает вид, что он здесь один, одинёшник. Ой-ой-ой, лайфхиллер вываливается, поднимают его в воздух, Септембера забрали. Инвокер, Санстрайк. Он просто не может добежать до Санстрайка Дум, потому что он стоит в айсволе. Ну, в итоге забрали Септембера. Инвокера, конечно, подцепить было бы тяжеловато. У него там ленка, он супер мобильный. Ну вот ты посмотри, если бы БФ был собран сразу. Да, на 30-й да, да. минуте появился БФ, 34-я минута, 3 куска на руках. Ну, собери БФ там, я не знаю, на 16-й и точно так же пофарми. У тебя денег будет просто уйму, у тебя лишних будет 2-3 слота к этой минуте. Ну, делали какую-то ставку на драки вот эти вот в начале, за счет которых смогли там навязать какую-то борьбу. Драки получились не совсем так, как планировали MVP. Да, и БКБшка теперь 80. Кстати, БКБшка, что самое удивительное, всего 80 секунд. Ну, то есть редко юзал. Так много было. И выход. В смоках. Попытка реализовать Аегис. Может увенчаться успехом, на самом деле, Фэби. Фэби отпрыгивает, Анчор Майер заивейдил, надо бежать оттуда. Подход неплохой, но тут же Глимс. Вырваться к полку будет вряд ли, потому что Фэби уже продали. И гем дропает команда LGD. Забирает его себе.
Да, фракты ни о чем, но вот то, что у Леона был гем, это очень интересный герой для... Для гема. Гема, да. Ну, он когда бегает, Дарксир там спокойно фармит, и сначала был у Дарксира, но потом Леончик взял для того, чтобы... Он все-таки ставит варды, и при этом, чтобы одновременно и ставить, и сбивать. Ну, да, в итоге Леона поймали, гема теперь нету. Но MVP продолжают фармить, и фармят они, конечно, очень много за последние несколько минут. Взяли такой разгон, очень поздний, но сейчас самое главное им отбиться от вот этого захода с Аегисом, с Инвокером. Ну, Тайда трудно, конечно, разметить. Смотри, какой Тиндагер. Крип еще этот Огр Фростмейдж. Вакуум. Стенка прямо сразу ставится. Ничего себе. Ну, неплохо разминает агрессивы, но он таранит вышку очень сильно. Прожимает грифсы. Торнадо. Неплохо. Сбивается Линка. А Санстрайк минус Дарксир. Это нормально? Просто без захода в хайграунд. Я рассказывал про Даггер, вот этот, который может дистанционно вырубить один таргет. Но здесь Инвокер занимается примерно тем же самым. Как-то Дарксир сам сыграл очень неаккуратно, он мог вполне уйти подальше. Я подозреваю, что у него еще и мека не прожата была. Тогда нет, он прожимал. А, если прожимал, да. Прожимал, да, там. Но не хватило этого. Там Герокоптер очень плотно накидал с МКБ. В итоге минус ДС, но вроде как удается отбиться. С другой стороны, вот то, что он был уже без стенки, это как бы... Не то чтобы легкое оправдание, но... Дубу, ставится у него ракетка, курьер, успел затуть, а вы это Дубу здесь, скорее всего, погибли. Да, он погибает, а Грейсис остается практически без КП, но Аегис все еще работает. Да, возможно, его дотыкают, дотыкнул его MP, при этом потратил и рейдж, и все, что можно, должен быть подкоп, а Грейсис здесь не продается. Бар, Грейсис ломается, он максимально прожимает, не все запоздание, плохо, дальше сидит, минус. И трек на Форел Сона не уйдет. Хотя Хиллер здесь вроде как еще пытается подраться. Грызет Сяоэйда, но тот под армором. Пошли ванды, а что смеш, торнадо. Санстрайк, МП, получает глаз. И вот там, по-моему... И треки, козики летают, Кио забирают Фэби. И остается только Фарев, который пытается уйти на базу. Но Инвокер идет за ним до самого конца. Фарев, Фурстаф уходит. Там, на самом деле, как же начало месить Найкса, когда он попал в бласт, и вот между хайграундом и лоуграундом его начало колбасить туда-сюда. Стиральные машинки. Да-да-да-да, его просто изничтожило. Есть байбек, но это никак не мешает. По мне, Думба знает прекрасно, что нет. Вакуум не ткнулся, сбивается Линка. Торнадо, ЕМП, Айсгол. Ну, Фурстаф. Дуб остается, правда, без маны абсолютно. Ну, отбились в очередной раз. Самое главное сейчас сохранить бараки. Да, очень быстро стерли агрессив. Даже в БКБ его там пробивали знатно, но без БКБ моментально. Но не хватает никаких ресурсов на инвокера. Агрессив танковал, агрессив будил свой дэмэдж. Что делать с Мэйби, пока что непонятно. Вот убийство Мэйби, оно здесь будет таким полноценным камбэком, потому что за него дадут нереальное количество золота. Но пока он живет, вот эти все что, размены... Кстати, я... появилось что-то? 3000 на руках просто. Я вот смотрю... Да, у него там было порядка 4 с лишним, он байбекнулся, умер, и, естественно, нападение, подковка, есть БКП. Просто с блинка уходит. Продолжает напрягать очень сильно здесь. Агрессив. Мне показалось, БКБ прожал. Нет, это просто алакрити. Это просто алакрити. Продолжают осаду, нету уже на этот раз... Аегиса, но верят, что все получится. Здесь нужно, конечно, первым вырубать этого Гирыча, и тогда шансы будут. Вакуум успевает прожать БКБ, Фурстаф, Фарева, отходит, минус барак. Барак упал, может, конечно, преследовать. Бэби может и погибнуть, запрыгивает лайфхиллер. Его здесь просто будут убивать. Запрыгивает Клок под локинг баром, сжимает его, МП развалился, байбека у него нет, не отпустит отсюда Клок, скорее всего, сейчас должна поставить ракетку. Вот он, Тайдхантер запрыгнул, вот он, Глимс, вижу его по Клок утыкается в стеночку, минус Клок. Байбека нет. Я подозреваю, что мы сейчас увидим надпись ГГ, потому что нет ни на топе Т2, ни на ботами Т2, соответственно, все стороны доступны для сноса. Фурел. Нет. Выходит. Да здесь просто можно трон ломать, потому что нет байбеков, и фантомка, и лайфстиллер сидят порядка 40, там, 60 секунд в таверне, соответственно. И LGD ломают спокойный топ, и... Да, и могут даже после этого отступить на всякий случай. Зачем отступать? Еще 50 секунд без скора героя. Башер только сейчас появляется. Зачем держать такое количество денег? У тебя не было байбека, почему перед этим файтом не купить Башер?
Да, много, конечно, таких вот вопросов. Дубу опять не может зайти, не хватает ему очень сильно плеска. Погибает Дубу, возвращает еще и Фарева. Фарев ничего не может сделать, Фарев погибает. Дорогие друзья, ну зачем? Зачем портить всем варанки? Погибает постоянно. Good game, well played, да. 1-0 за LGD. Не могу сказать, что неуверенная победа. Весьма все как-то понятно для них было. Бокер, который набирал. Они очень размеренно двигались, то есть они никуда не торопились, они не форсировали события, вот даже несмотря на то, что у тебя гирыч, у тебя тает, но мы не деремся, мы фармим свои артефакты, и в лейте мы чувствуем себя хорошо. И как показал лейтгейм, действительно, их стратегия на игру была выбрана лучше. Может быть, немножко не хватило вот MVP фарма, как раз именно разгона. Ну, поздравляем в любом случае с победой LGD, но это только первая карта. Не стоит забывать о том, что система проведения Best of 3, поэтому... Возвращаемся на матч MVP против LGD. Счет 1-0 в пользу LGD Gaming, и MVP попробуют отыграться. Сразу видим Тайдхантера в бане, который доставил массу неприятностей для MVP в первой игре. Ну и посмотрим, что выберут LGD. Вот нету в бане Бестмастера, и думается мне, что сейчас что-то подобное залетит. Ну да, неплохой герой, альтернатива Тайдхантеру, опять же инициатор, опять же герой, который может спокойно фармить леса, не напрягаясь, и ему трудно помешать. Ну да, ты прав, абсолютно появляется Бестмастер. Мне кажется, я в предикшн не поставил, что это и самый забаненный герой, и самый пикнутый. То есть я знал, что я с какой-то стороны 100% выиграю, потому что его не упускают из виду никогда. Всегда появляется. Но скорее чаще он в банах, чем в пиках. Не ну, любит уже, его отдавать. Уже за вчерашний день, как минимум, 4 раза он был. То есть пока еще нет вот такого именно топ-1 бана явного, которого бы вообще не отдавали. То есть здесь и улетает и Бист, и БХ забирают все-таки Леона. Я вот думал, что будет какая-то Enchantress, именно с той точки зрения, что Enchantress может там у Биста каких-то некрочей переманивать. Это вот вчера использовали многие команды, но решают забрать больше вот такого Леончика. Очень классная была связка саппорта в первой игре. Вот этот Bounty Hunter, который вешает треки, и Disruptor, который под этими треками возвращает героя. Ну, тут могут тоже самое сейчас повторить MVP, но они забирают себе инвокера. Я просто думал, Слардар, Amplify Damage, это похожий, скажем так, спелл на трек, также подсвечивает, также ты можешь глимсовать, но мы видим инвокер. Инвокер тоже неплохо. Через Forgidden наверняка можно еще бустануть это все дело каким-то дазлом и героем с дезолятором, если это не Слардар керри, а я думаю, что это Слардар оффлейн. Скорее всего. Ну, я вот не помню, чтобы они играли именно через кэрри с Лардара. В основном у команды MVP два таких жестких кэрри. То есть вот в прошлой игре это Lifestealer, это Фантомка, там какой-нибудь Джаггер Инвокер. Причем, кстати, на Инвокере играет как Кью, так и MP. Но в последнее время чаще MP все-таки играл. Посмотрим, что будет здесь. То есть они могут MP на миде, MP на легкой на инвокере, то же самое Q и на миде, и на легкой может на инвокере. Здесь все очень гибко в этом плане. Вот, можно сказать, одна из особенностей, а это как сильная, так и слабая сторона, то что вот такие вот у MVP коры зачастую. У них даже есть стратегия, где у них 3 суперсильных кора, это когда они Бристлбэк и Висп отправляют в хардлинию. Но это их короночка, но здесь... Виз в бане, поэтому вряд ли мы это. Ну, LGD все правильно делают. Убирают одного из сигнатурных героев MVP. Что с визпом всегда трудно бодаться, с хорошо играющим. Ну, трудно законтрить, надо лишнее внимание ему уделять. Проще играть, когда все карты на столе у врага, а не вот это постоянно. Джокер.
где-то приныкан. MVP Феникс минус пак. Почему пак? Почему пак? Ну, если что, до сих пор доступен на X-пике. Ну, опасаются сайленса для какого-то инвокера. Просто, maybe, неплох на паке. Наверное, минус Сларк. Сларк. Хотя контроля вроде как уже хватает. Да это просто короночка. Это просто короночка MVP. Этот Сларк, опять же, на нем играет очень много Кьё. И Энигма. Энигма для Ксяоэйта могла бы быть. И тот самый лайфстиллер, о котором я говорил. Появляется третьим пиком. Бомбинфест. Пока нечем. Ну, Леон, понятное дело... Птичку. Десант. Птичку, десант. Десант в птичку. Это жестко. Это тот случай, когда то, что перевозит в судно, оно гораздо прочнее, чем само судно. Птичку там сбить может практически любой герой. О, а это интересно. У нас MVP решили использовать аппарата. Последнее время все чаще появляется этот герой. Ну, во многом из-за того, что алхимик, и нужно чем-то его контрить. Кстати говоря, алхимика до сих пор в пике и в бане нет. Не особо его приветствуют на мейджоре. Да, как-то странно, но я думаю, что Китай, как только, знаешь, начнет, вот такие тяжелые времена начнутся, они по-любому во второй стадии, если Operation'а не будет в драфте, точнее, будет где-нибудь в бане, они во второй стадии будут забирать. Ну просто, кто сильнейшая команда Китая здесь пока что? Ньюби. Ньюби все игры заканчивали там за 20 минут. Они вчера, как написал Statsman Feronian в Твиттере, они за все время меньше, чем, больше, чем 500 голды не проигрывали на этом турнире. То есть они вообще никаких шансов не давали, прям с самого начала и до самого конца. И, короче, конечно, мы вчера видели игры, там, что одних они выносят, что других. Там что, разницы никакой пока что не видят. Но это группы только, в плей-офф все может поменяться. Но пока что вот по этому впечатлению Ньюби являются главным фаворитом турнира. Но это только две группы были. Сегодня у нас еще есть Ликвиды. Победители эпицентра. Да, ликвиды тоже очень сильные. У них тимфайт очень хороший. Дарксир. Четвертым пиком. Это означает, что Бисмастер будет играть на четвертой позиции. Это не оффлейн Бисмастер. И остается забрать мид-героя. Если, конечно, это не лайфстиллер, но я сильно сомневаюсь, что они отправят лайфстиллера в мид. Ну, против инвокера не сладко там стоится. Форгиды, которых трудно съесть. Да я, в принципе, не помню, чтобы лайфстиллер играл в миди уже очень долгое время. И периодически появляются извращенцы, но... Ну да, но то есть это... скорее исключение из правил, чем... это жадность от LGD, и вот сами LGD наказывали с помощью Баунти Хантера жадность. Как будут MVP наказывать? Бист будет фармить леса, Леон будет там на линии отводить, лайфстиллер на легкий, Дарксир на сложный, и... Ну, сейчас мидер. Выгодно пикнуть Баунти Хантера. И просто привязаться к Бисмастеру. Он в бане, понятно. Да, тогда Рикимару, роумящий. Кстати говоря, говорят, что, ну, по мнению многих, это даже лучше. Вич Доктор появляется. И у нас Керри Войт напрашивается, на самом деле. Я бы его забанил на месте LGD. Но очень стрёмно он тут смотрится. Очень стрёмно, потому что ульт аппарата, дезвард, минус армор и раскаст инвокера. Все это под купол работает идеально. Просто идеально. Убирайте Вайда, даже не думайте. Да, для тех, кто ленится обновлять результаты, у нас ЕГЭ обыграли Минески 1-0. Да. Аналитика? Минус Войд? В принципе, не так тяжело и не так быстро матч прошел. Также Фнатика обыграли Вичи Гейминг Реборн. Не знаю, насколько это удивительный результат. Ну и Ликвиды оказались сильнее Лайонс. Пока что 1-0 везде. Ну, такая вот легкая... Смотри, что забанить MVP? Что мидера? Забанить MVP? Нужно забанить мидера. Какого мидера? В идеале это должна быть какая-то квапа. Или, может быть, какая-то темпларка. Здесь смотрится тоже неплохо. А много дэмэджа получает, но это Dragon Knight. MVP Феникс. Им остается взять кор-героя. Опять же, Сларк в бане. Вайда, который идеально заходил, это Акс. Акс в качестве кого? Это кор Акс или это оффлейн Акс? Да, и я кор думаю, Сларда? Это фармящий Акс. Tinker. Они могут сидеть доктором. Это Тинкер. LGD играют очень жадно. Прям вот прям жадностью обмазывают
прокатываются и мажутся и дальше. Потому что и Тинкер, и Лайфстиллер, и Бестмастер, все фармящие, еще и Дарксир от Сяуэйта. Ну, не знаю. Если, конечно, у MVP не получится в первые 30 минут сломать ход игры и LGD будут фармить, то у них здесь шансов на победу явно больше. Потому что, как таковых, керри, вот прям жестко керри, здесь есть инвокер, он неплох. Все остальное, Слардар, Акс и так далее, форстафики и прочее спасают от этого дела. Так что будет трудновато. Ну, посмотрим на Акса. Мы там недавно видели всяких Аксов вот. От комплекса же был вот этот вот супер Акс на эпицентре, по-моему, который там просто в медузу в глубоком лейте убивал. Ну, то есть Акс такой персонаж, который, если разгонится быстро, он может творить чудеса. Возможно, это какая-то заготовка. Да, кстати, Фарев забирает у нас Акса. Так, давайте перейдем к игре. Сразу пройдемся по персонажам на этот раз. Фарев играет на Аксе, на инвокере MP, Дубу на Вичдоктере, Фэби на Апарэйшене и Кьо на Слардаре. Да, ну и команда LGD. Ксиауэйт будет играть на Дарксире, Септембер, Бистмастер, Мэйби, Тинкер, Агрессив будет катать на Лайфстиллере и ММАй Леон. У нас пауза, небольшие технические какие-то неполадки дискнулся. У Бестмастера. Тембр. Посмотрим, что тут Ксиауэйт со своими вардами придумает. Конечно, Кью все-таки фармящая селедка. Вот мы говорили о том, что все-таки будет у нас фармящий Акс. Но нет, это фармящий Слардар. Акс будет играть в хард... Ну, может, лесной какой-то даже. Не да, не могу я понять пока, куда здесь отправится Акс. Вообще идеально смотрится, конечно, эта линия Вичдоктор Акс вдвоем. Через там какой-то Вуду Ресторейшн, они могут между таврами стоять, быстро апать второй и так далее. Но это тоже рисково, опять же. Хотя, с учетом того, что ты знаешь, что у LGD один герой лесной 100%, не так уж и страшно. Можно и рискнуть. Да, здесь два способа наказания жадности. Либо ты наказываешь его с помощью того, что бегаешь, убиваешь, давишь линии, либо ты наказываешь с помощью того, что просто жадничаешь в ответку сам еще сильнее. Так, MVP будет готовы отжимать нижнюю линию, нижнюю руну. Кабан сейчас пытается зачекать. Это минус кабан. Это минус кабан. Бах. Да, экспы там за него нормально дают всем по 14. За First Blood, по-моему, дают меньше. Ну, кабан он такой, да. Сочный. Опытный. Сочный кабан. Нас, кстати, здесь подают иногда. Сочного кабана? Сочного кабана. Я ни разу не видел, но... Я ел его. Да? Да. Он очень сочный. Икспы. И получил. Очень кабан. Ну, насчет икспы не знаю, но наелся. Поэтому я, в принципе, был доволен. Так, и в итоге отжимают у нас верхнюю руну все-таки MVP. Так, здесь Фарев забирает баунти руну, снизу забирают и Дарксир. Хардлайнеры получают по баунти. Ну, для них небольшой бонус. Хотя для хардлайнеров это большой бонус. Если для мидера это полтора крипа, то хардлайнер может своих полтора крипа очень долго не увидеть. Так, ну и что? Как у нас в итоге расставляются? Лайфстиллер против Акса. И Лайфстиллер, вот казалось бы, Акс очень прочный герой, но именно против Лайфстиллера он слабоват, потому что... Что ванды? Ванды кидаешь, и ты от него отъедаешься. Я даже сказал Фист, который пробивает очень жестко вот этого толстого Акса. Ну и ванды тоже, да. То есть получается вот просто... Вот что он делает. Он просто Фистом уничтожает. Я не знаю, вот какой герой еще может так стоять против Акса. Их не так много из милишников. То есть обычно все-таки к Аксу лучше не подходить. Ну, Сларк неплохо еще один на один себя чувствует без крипов, когда я потыкаю, тут статы воруют, поэтому Аксу тоже неприятно с каждой пички вот это терять. А после шестого Акс прекрасно понимает, что Сларка ему очень трудно взять. Ну вот она. Prudence. Пошла жадность. Ну, жадность, понятное дело. Там один в лесу, один на точке ло. Должны это как-то наказывать определенно, что Бестмастер с талоном он выфармивает очень быстро. Он моментально получит сейчас шестой уровень, он получит первых некрачей, если захочет. Поэтому если это не пресекать никак и не наказывать, это может очень плохо закончиться для MVP. Ну тут, судя по всему, он будет на пятой минуте шестой левел. Да, Ксяо тем временем воюет с Фэбби.
Да, и Фэби сейчас нафидит на ФБ. Не, ну, я думаю, наберет дистанцию, он просто паут сделает. А это для Хелла это наилучший, наверное, вариант, потому что он просто продолжит фармить, и никто ему не сможет мешать. Да, помешать Аксу трудно, хотя почти все танго он уже потратил. Подходит к нему Вич-доктор, я и говорил, только я думал, что это на изи-лейне такая расстановка будет, но в итоге мы видим, что оффлейн. Ну, вот это уже поинтереснее. То есть один Акс с лайфстиллером стоит так себе, а вот вдвоем они против линии лайфстиллер Леон смотрятся неплохо. И как мы видим, здесь Акс уже с вот этим вот мерсеркер-колом начинает агрессивничать. Хьюо дает припарм. Вот Ксяо по-любому будет пытаться выходить на линию, зная его. То есть по прошлой игре он выходил. Здесь у него линия даже поприятнее. И он будет пытаться этого Слардара как-то наказать. Ну, он заметил сейчас Вич-доктора на топе. Он понимает, что касты здесь нет. В итоге остается, значит, один аппарат. Аппарат для Дарксира — это не фиксатор ни в коем случае. Соответственно, ДС нужно добраться до какого-то кольца Регина, и все будет неплохо. Ланги, Агар пошел, подкоп, летают каски, прожимается Рейдж. Неужто будет так выглядеть Фёрд Влад? Еще агрится крипы, начинает крутиться. Акс буквально одной тычечки не хватает, но это Вуду Ресторейшн. Вуду Ресторейшн сейчас очень сильно спасает Акса и тем самым не отдает ФБ для LGD. Да, здесь, конечно, с лайфстиллером очень тяжело, и даже вот этот плюс армор не спасает от его пассивки. Тем более взят такой Блайтстоун, который помогает разминать. Ну и все еще жадничает Фариф, все-таки он очень хочет дофармить вот этих вот крипов, да, и забирает себе очень много золота. Мы видим, что 16 крипов у Акса. Транквиллы уже готовы, да. Теперь чуть труднее будет лайфстиллеру, потому что и армора добавилась, и регин очень хороший. Как дела в медле? Maybe имеет 18 на 11 против инвокера 10 на 2. Тут аннигиляция на данный момент в медле идет. Пошел подкоп. Касочки. Хекс. Касочки очень неплохо летают. Акс продолжает крутиться даже в хексе. Ну и Вуду Ресторейшн работает на полную. Когда у Акса остается мало хп, он с пассивки не пробивается, он, конечно, выглядит классно. Там инвокеру что-то надо делать. 11 на 2 против 21 на 12. То есть очень много ласт-хитов у Тинкера. Понятное дело, что за счет лазера по большей части. Ой-ой-ой. Ну, сбить нечем. Опять заставляют делать паут. Много денег, конечно, тратит на это саппорт. Но он бы мог уже два фрага отдать, вместо этого он дважды паут, телепортировался. Причем еще, вот мы обычно говорим, что да, инвокер, он медленно разгоняется, там, экзортовый, с медасиком, но здесь инвокер-то не экзортовый, здесь инвокер векс и квас, и значит, он должен увереннее начинать, а он начинает он очень-очень плохо. И это при том, что ну, в данной ситуации верхняя линия стоит 50 на 50, нижняя чуть получше у MVP, но Дарксир здесь также проказничает. Мид гораздо лучше у LGD, но еще есть и Бистмастер, который фармит и уже имеет почти шестой уровень. Да, транквилы, талон, 400 на руках. Продолжает разминать. С маной у него проблем вообще нет. Очень дешево все вот эти вот кабаны, да. Конечно. Может быть, так, а... Пытаются его забрать. Попытаются его забрать. И может быть, даже получится. Если сейчас заметить, то его смог пропадет. Транквилы отдавать. Ой, как не хочется. Проблемы могут быть. Тычка по транквилу. Успел забрать. Ну, можно отдавать ФБ, понятное дело. Кабанчики отводят. Неужто выживет? Сейчас можно подпустить. Сюда кабаны погибли. Чу, кабан не стреляет. Кабан, соберись. Он кабан встанет. Собрался. Он встанет, стоял. Там же каски на 5 секунд. Каски, да. Он услышал тебя и пришел в себя в этот момент. Так, ну что? Вот это знаешь, когда ты вроде как спишь и сквозь сон. Соберись, кабан. И он такой очухивается и начинает пулять в Ancient Operation. Да, это так и выглядело на самом деле. Дарксир. Не повезло то, что каски не отскочили второй раз без мастера. Могли бы убить. Убили бы, да, там, Cold Fleet. Ну тут уже много ФБ могло бы быть, но... Не состоялись. Как-то никак. Ну хотя бы уже зашли в лес. Правда, Бестмастер может получить шестой, но вот как-то он быстро получил пятый с половиной, но все, на этом он завис. Сейчас и... отогнали его. Эйби замерзает, подкоп по Эйби. В итоге у него ботл есть, да, он отбивается ботлом. Чуть-чуть не хватило. Опять и... вот не хватило, что Тинкеру одной тычки, что Инвокеру двух тычек не хватило, чтобы получить ФБ. У нас уже седьмая минута без фрага. Лайфстиллер восстановил себе здоровечко, фарманул крипа. Да, тут Акс начинает все лучше и лучше выглядеть на этом лайне. Все-таки его чистый урон, приятный с крутилки. Под крипами с ним драться вообще не хочется. Еще и с Вуду Ресторейшн. Ксяо бегает от Кьюо.
Хьё тут уже подбирает кормлечку потихоньку. Амбуз батла? Да, да, амбуз батла. Что уровень получает бестмастер? Вот. Есть рор, можно через рор попробовать кого-то и забрать. Какой-то Ancient Operation, сейчас очень сладкий фраг. 680 хп, с кабанчиками его можно поломать моментально. Кидается какой-то щиток на ДС, подбегает вплотную по тержам и ломаешь его за 10 секунд. И 10 секунд, за 3 секунды. Но можно поставить в листу и добрать некрачей. Это тоже вариант неплохой, на самом деле. Нет, пошли куда-то вместе с ММАем, просто взяли. Возможно, идут на более сочную нижнюю линию. Все-таки Слардара убивать под Primal Roar очень и очень просто. Это не самый прочный герой, если ты выходишь на него. Мне кажется, в мид пойдут. Да, помочь вот заходят тинкеру. В мид. Что у нас со сканами? Скан доступен, но... Сейчас, ой, Вич-доктор, как выходит Вич-доктор? Все, Вич-доктор все спалил, его, конечно, заберут, но это... Дугу сейчас спас своего мидера. First Blood достается бестмастеру, перетягивает, поднимают Леона, а Леон может отсюда не уйти, да, взрывает минус Амана, и Акс забирает фраг. Ой, как это приятно для Акса, 1700 на руках, он сейчас еще останется в лесах фармить свой дагер. Ранний будет дагер, минуты 9-10, и он уже обзаведется в мунком, которым сможет... помогать команде. В любом лейне Дарксиру сейчас придется уходить в лес определенно. Амплифай и бежать. Да, получился вроде бы First Blood за LGD, но они потратили смок, они потратили много времени, чтобы прийти, а Дубу очень классно подставился. Если бы он не подставился, то забрали бы инвокера, но сыграл хорошо. Скорее оказался в нужном месте в нужное время, да. Повезло ему здесь. Естественно, он там не знал наверняка, что идут. Но то, что вот он вышел из-за елки, это большой плюс. Акс уже почти добрал себе блинк, транквил, ботинки на 8.30. Этот фраг ему очень сильно помог. Так, тут Ксяо. Вот, кстати, с Амплифаем уже Operation его нормально лупят. Ну, вообще пробивает, да. Там, конечно, реген неплохой, соуринг и обычное кольцо, поэтому... Ксяо и там 6.3 в секунду. Весьма быстро восстанавливается. Вот он дагер. Вот он дагер. Девятая минута. Можно идти и запрыгивать, кого-то убивать. Тот же Мейби сейчас идеальный фраг. 840 хп. Иди убивай, не хочу. Рор откатился. Да, идут за Фэби, либо за Кьё. Кьё тем временем приносит себе армлет. Под двумя щитками продавливают. Хороший вар стоит. Я вот пока немножко есть время для офтопа, нет, пожалуй, что нету. И посмотрим сначала за этим фрагом. Второй смоук. Нужно обязательно убивать. Но, по-моему, читают, да. Фэби, о, Фареф уже здесь, Фэби рядышком. Будут пытаться контратаковать. Акс. Вард идеальный, спалил бестмастера. Все, бестмастер идет, не видит Operation'а. Кого врываться? Акс врывается, очень плохо, лайфхиллер инсайд, но Primal Roar не успевает раскатовать, бомбит, нужно добивать, добивает Акс, отличная игра от MVP, дальше за агрессивом, агрессив пытается проесть, елку убежать, но Акс тут как тут, Рой, Рейдж, Полз и минус 2. Даблкил от Фрэп. Да, идеальная игра. На самом деле подставились, пропал смоук. Бестмастер потерял всю уверенность, там остановился, начал что-то думать. В итоге их затащили вот это межлесье и там просто разрубили. 1100 падает на руки. Причем потеряли двух важных героев. Да, понятное дело, все это время Тинкер фармил. Но Акс выходит на топ-1 по нетворсу. С оффлейн линии это очень круто. Да, тот самый вот этот Фареф, про которого я и сказал, что иногда он бывает выходит тоже как один из основных героев. Ну, хотелось бы подчеркнуть крутую защитную игру от MVP. Они поставили вард, который зарешал. Они изначально перетянулись, прочитали, что будет атака на нижнюю линию. И, ну, это не такой простой фраг. Плюс ко всему, у LGD прослеживается вот такая небольшая слабость. То есть, с одной стороны, за жадность их не наказали. Но почему? В чем минус вот этого лесника? Если ты играешь таким лесником, то некому стакать лес. Лес фармится, и Тинкер не может пойти сейчас забрать там стаки своими машинками и поднять себе сильный нетворс. У него только-только появились тревела, хотя линию стоял он хороша. В случае, если бы это были стаки какие-то дополнительные, Тинкер бы имел уже побольше, там, может быть, на 1000 на лес. Ну, пытается разменять MP, не особо это хорошо выходит. Кейн Вокер сейчас уже жирноват с хорошим регеном, поэтому не так просто его взять. Готовы забирать лайффиллера. Прыжок, агр... Подтягивается Дугу, залетит тут аппарата, нет, много не скомбинили. Что-то как-то вообще совсем не скомбинили, я бы сказал. Инвокер поднимает Тинкера, Тинкер теряет много маны, Тинкера пробивают, хочет дать лазер, но не может этого сделать Тинкер! Мисс!
Да, повезло то, что успел в самом конце и выдал. Ты видишь, что у нас инвокер играет через фаст-меку? Через меку, да, я обратил внимание. Это необычное решение. Так часто Виха раньше играл, когда они играли через какую-то пуш-стратегию и рано шли давить, он собирал меку. Слушай, аппарат 12 минуты, 6 есть, ему больше ничего не надо. В идеале, конечно, как-то сейчас дотыкать эти 800 монет, потом добрать мидас, чтобы, глядишь, к минуте 30 у тебя 35-й аганимчик появился, который здесь точно лишним не будет. Смотри, какие агрессоры MVP. Заходят во вражеский лес, расставили варды. Один на горочку, один под лес. Пошел у нас ультимейт Operation, но не попадает ни в кого. И еще один агрессивный вард. Так, тем временем нашли дубу. Ой-ой-ой, ММА. Просто наказал ММА, только получил 6-й, как тут же его реализовал этим пальцем. Минус Вич-Доктор. Да, до даггера там еще, конечно, очень долго. Проблемы с Нетворцем, LGD выигрывают 5 сотен по золоту, 0 по экспириенсу, ну, преимущества как такового нет. Понятное дело, что Тинкер сейчас будет набирать. Или живой Слардар, на самом деле. Да, Слардару явно не хватает регена, он от Дарксира страдает, все-таки нету у Слардара никакой способности, которая позволяла бы ему подхиливаться. Да, может быть, стоит все Владмир собрать. Или Вангвард. Вангвард, кстати, смотрится неплохо. Да, там в башер, конечно, ему выходить не очень круто, но вот супер башер, если выйдет, то можно. Ну и просто в ВГ играли же так, по-моему, как раз некоторое время назад. Пытаются MVP куда-то выйти, но понимают, что их читают, нигде соперник не показывается, а все из-за вот этого варда. И этот вард сейчас закончится через 10 секунд, и смогут они чуть более свободно себя ощущать. Парейшину бы неплохо удавать. Вот интересно, зачем собраны мек на инвокере, как он будет себя с ним должны показывать. Идти давить сейчас. Должны идти давить. Но он начинает собирать либо Мелштром, либо Мидас. Если это Мидас после меки, это странновато. Ну, возможно, это такой, знаешь, защитный вариант, когда... ты понимаешь, что день за фокусом. Агрессор читает, уходит очень вовремя с этой линии, понимая, что соперника нигде нет, нижнюю линию никто не дефит. Значит, скорее всего, враг именно за ним пошел. И он абсолютно прав. Да, здесь Слардар как раз-таки перетянулся. Ну, пока что LGD очень тяжело поймать. Вот в этом плане команда очень сильна. Бегать за ними, играть в кошки-мышки можно бесконечно. Да, неприятно, неприятно, когда ты не можешь найти никого найти. Акс, который был топ-1 по Нетворцу, сейчас сместился на второе место, потому что обогнал его Лайфстиллер. Но Акс много бегает, ему постоянно надо искать таргет. Не может стоять фармить леса, потому что со временем на Экс, как по мне, станет чуть сильнее. Да, Black Dragon Airlines. Включаются у нас Лайфстиллер. Сейчас пойдет давать Vision. Понимает, что ему ничего не грозит. Он находит этого дракона, но сделать с ним абсолютно ничего нереально. А видит еще и Леончика. В Леончика врыв, и Леончика убивает. А зарубить его не получилось. Да, слишком серьезная тычка. Ксяо в позиции. Ксяо видит, не смог поднять его инвокер. Пытается взорвать ману. Не получается. Тингер уже здесь. МП неплохо запрыгивает. Йо, минусует. Минус Дарксир тем временем. Борев подставляет танковый гнев, как живет, Борев успевает использовать спор, будет опорыть, но все еще жив, Акс, не убивают. Зря вылез Лайфсиллер, трипл килл от МП, они сейчас инвокера очень сильно подняли, на топ-1 Нетворца выходит моментально, даггер есть у Слардара, но не догнать здесь, понятное дело, не догнать, не стоит впрыгать за Т3. Сейчас немного опасно. Бистмастер скоро будет с некрочами. Ой, да ладно, увидели его, и Слардар прыгает. Очень хороший вард. Вардинг от MVP в этой игре шикарен. Сейчас должны понять, что здесь стоит вард. Просто так вряд ли бы на Бистмастера пошли за Т2. Причем вот этот вард его мог бы и не увидеть, он шел по краешку. Очень хорошая игра от MVP. Стоит отметить, что совсем неожиданно для LGD появился вот этот блинк на селедке. Казалось бы, без него там все было гораздо бы хуже у MVP. Но Дарксира смогли вырубить. Фарев танковал, по-моему, вообще все. Там его рейндропы окупились полностью, которые он взял. И... выполняет свою функцию такого инициатора хорошего. Ну, Лайфстиллер, я говорю, который был в драконе и решил в какой-то момент до Мидаса, кстати, появляется инвокер, после этого трипл килла, в итоге у него и Мека, и Мидас на 17-й минуте. Быстро, достаточно. Можно сказать, что этот Мидас теперь даже не получился супер поздним, но он все равно нужен для инвокера, все-таки вот этот вот 11-й левел, там 2200 экспы надо каким-то образом набрать, и
Медасик позволяет. Да, полный контроль, полный контроль. Вот, ставит как раз сюда сентри Септембр. И только со второй сентри находит, где же находился этот вард. Две сентри за один обсервер, это, конечно, щедро получилось. Ну, лучше было найти, потому что можно отдать гораздо больше. Да, врыв от Лордара, драться под Т2 там вообще бы никак было нельзя. Секшн не для будет какой-то или нет? Смотрю, лайфстиллер бегает. Сэндж. Рецепты какие-то Блайдсоны, все в рецептах у него, не хочет ничего собирать. Но это будет Сэнджин Яша, наверное, и Блайдстоун, может быть, в перспективе будет Дизоль, может быть, не будет. Тяжело сказать. Также хорошая комбинация у GD, вот я вспомнил еще так, команда ДК в 2014 играла, это Тинкер плюс Бестмастер. Это птички, да. Телепорты на траволах, очень неприятная стратегия, но посмотрим, как с ней будет MVP бороться. Дубу заходит под смоками, аккуратненько идет, сейчас видит агрессива. Фареф должен выходить первым. Выходит, да, Фареф не реагирует, начинает продать рейдж и... Ну, ему бы никак на самом деле не помогло, его бы забрали так-так. Дезвард работает, Амплифайер работает. Стандичком шутнуть, пошли каски, Тинкер. Ну, не добрался Агром, на самом деле, ставит хорошая стенка, пошел стан, Сяои там, скорее всего, погибнет, Руар пошел, есть лазер, но не пробить здесь Акса, еще и Торнадо, мейби, не попадают по нему, пытается спасти здесь Бестмастер, чуть-чуть не хватает на свиток Некрачей, но и не хватит уже, потому что придется посидеть немного в таверне и потерять деньжат. Минус 3, в очередной раз от MVP, 10-3 в их пользу. Тяжелые агрессоры, просто нереально. Давай. Я на самом деле очень редко вижу, когда кто-то выигрывает с Тинкером, вот скажу честно. Зачастую это, наверное, исключение, чем... Вчера у нас была вот эта супердолгая игра, это как раз когда Нави играли, да. И Дэнди вот 9-слотовым Тинкером своим, там, 20 фрагов сделал, один. Куда? Куда? Зачем? Агрессив? Ты же просто умрешь. Живет в крипе, спрятался, здесь подходит Леон, но попадает в ГМП. Агрессив находит моментально сам и все-таки умирает, он не отпускает МВП. Знаешь, почему он умер? Так, я слушаю. Ну, потому что его Тинкер решил кинуть Покусаки, которые убили крипов, и, соответственно, он появился. Не было бы Покусака, он спокойно бы дошел до примерного Т2, выполз там под рейджом и ушел. В итоге Тинкер сейчас мало того, что забирает весь фарм на карте, он еще и убирает конкурентов, которые могут что-то фармить. Красава. Говорит ему, ты недостоин, да, и как бы отправляйся в таверну. Я фармлю все. Да, не нужны мне никакие там посредники. 0-0-10 у Operation'а. Да, конечно, вот этот Акс, который берет себе рейндроп, его физикой не пробить, магия его пробивает слабо с рейндропом, и он получается нереально жестким. Он просто заходит, в него кидают все, пока в него кидают все, его команда разбирается там по очереди со всеми героями соперника, и в результате преимущество 3000. Ну, маленькое, нужно наращивать. Нужно наращивать и продолжать давить. Потому что если сейчас остановиться, то спокойно LGD выйдут свой лейт. А как мы отмечали в начале, лейт у них очень сильный. Вот сами решают LGD. Засканили. Можно принять на баунти руни, если кто-то ломанется, но никто не хочет, никто не хочет. Птичка должна была спалить Акса. Да, видит, вот на этом варде видели, что куда-то в сторону руны пошли и не стали заходить на эту горку. Просто с таким преимуществом, если сейчас... Вот этот вырыв, если хотя профессионал. Рошан, умри. Я так и хотел, вот он скажет. Застолбил точно. А вот это, кстати, интересно. Агр потрачен, ЕМП потрачен, ульт аппарата потрачен. А может подраться? Вич доктора ульт тоже потрачен. Надо драться. Ну, вот ближайшие 30 секунд идеально для файта. Но, видимо, LGD понимает, что ближайшие 30 секунд идеально для фарма. Никто тебя не тронет. Ну, тоже, да, тоже верно. Почему бы не пофармить еще немного? Лайфстиллер в крипе. Голем Airlines. Или это как? Нет, это наземный. Наземный, РЖД, скорее всего, какой-то. Големные железные дороги. Ну да, я пытался, не пошло. 1-4 у агрессии. Да, в этой игре, конечно, ему приходится тяжелее. Ой-ой-ой, ТПС били, лайфстиллеру нужно бежать. Он побежит. Нет, на фейсах. Никого рядышком нет здесь. Слушай, они все равно опять идут на Рошана, несмотря на то, что пары ультимейтов нету, но это их не останавливает, все равно все уже там откатило, кроме палки Вич-Доктора.
Свардар, на это просто отдадут Рошана, ты не должны. Есть ТП, вроде собираются подефать. А что могут сделать? Покусак нас память могут. Кабанчики сейчас дадут Вижен. Пока боится, Тинкер пока боится. Вандри, там у нас драка. Форстаф, МП, спасается. Из аппарата залетает неплохо. И вакуум хороший. Стеночку двоим пошли каски. Все, уйты отлетают. Погибли здесь в итоге лайфстиллер. Пальцем забирают Эншит Оперейшена. Ну и Тинкер улетает на базу Рикейса. Оперейшен свою задачу сделал. И могут врываться на Ксяо. Ксяо остался на горочке смертника вот этого. Еще и Некрачей можно, и Кабанов подфармить. Почему бы и нет? Да, Свардар начинает разбираться с красным Некрачом. Убивает его. Тем временем ГМП остается на Септембра. Септембр не может кастовать. Нету маны. Септембр продолжает бить. Он еще и подпадал с Ангером. Он запрыгивает идеально. Борев прямо перед машинками. Знаешь, вот эти вот прыжки в длину, когда ты должен до линии успеть оттолкнуться. Да, вот перед машинками ровно надо было залететь, причем практически наугад прыгал. Но драка шикарная получилась. Опять для MVP, да, а для LGD уже давно не было шикарных драк, у них за все время только 4 фрага. Да, Тинкер продолжает фармить. Ну, я что-то не верю в то, что Тинкер сможет в соло задефать, хотя, знаешь, тонкие саппорты а-ля Witch Doctor Ancient Operation, они могут взрываться под бюрстом. То есть какой-то догончик, там вот это вот 5 уровня линза, и ты так бух-бух-бух. Ну вот аппарат уже готовится, он хочет себе глиммер. Witch Doctor же, как правило, выходит в какие-то хорошие статы в лейте. Ну пытаться надо, LGD. Кстати, довольно вот вчера интересные были так момент. Сейчас посмотрим на инвокера. Он тут, нет, никого не находит. Довольно много финансов у этих команд. Такие вот старые, забытые уже всеми эти финансы. 1700 у LGD. Да, и 170 у MVP. Там вчера были 660 у Empire комплекте. Здесь играют Рошан, не успевают туда зайти, а Спортапа заезжает без мастера. Без мастера получает полпит и взрывается от ГМП. Слардар прыгает по троим, вау, Рошан, что творят MVP, они просто уничтожают команду LGD. Остается только Maybe, его загрели, резается Слардар, поднимают Maybe в воздух, и это еще. Может это, ну это, ну какого, ну ГГ, короче. Ну, на самом деле, я... Они один фраг делают за файт. Всегда один фраг, при этом теряют 3-4 типов. У них есть Тинкер, это великолепно. Лайфстиллер в это время фармил. Не знаю, что он там должен вынести, чтобы создать конкуренцию здесь, потому что мы видим Слардар топ-1, Инвокер топ-2, Акс чуть-чуть отстает от Тинкера, и, возможно, сейчас с помощью этого тавара он его и обгонит по нетворцу. Я, кстати, прозрел в этот момент, я увидел Ривер на... Слардаре, и как в фильме там «Вспомнить все», опять же, я вспомнил, как играли они со Слардаром, с Тараской, почему-то это совсем вылетело из головы. Это, по-моему, было как раз вот на... Возможно, на Запите, на Старладере. Они там постоянно этим Слардаром, с Тараской бегали, и он, ну, такой плотный. Ну, с Тараской почти все герои плотные, да. С учетом того, что это манящий Слардар, его не так просто поймать, у него дагер, и у него всегда хорошее прикрытие в виде торнадо, в виде агро-акса. С него не так просто разобрать. А там уже пайп появляется у акса. Просто пайп. И теперь Тинкер и так далее не так страшны. Неужто найдут агрессива? Ну, пингует, вроде бы догадывается. Да, агрессив просто на ТП уйдет сейчас, нечем сбить. Ну, вообще, если бы Акс оказался... Ну, он бежал, но не хватило чуть-чуть, чтобы с форстаф заехать. Кстати, очень крутой выбор для Акса. Вот опять же, физика его не пробивает, он берет себе пайп и становится супер прочным. Плюс еще и там Слардар вот этот с Тараской, 2700 хп. Это при том без включенного армлета. Да, слушай, MVP-то тут собираются выиграть, судя по всему. Да, хотят все свести на третью карту, похоже на то. Порядка 5000 преимущество по золоту, по XP 11. Не хотят ни на секунду останавливаться MVP, продолжают искать, находят. О, господи! Да, это тот случай, когда ты сразу попадаешь под два дизейбла жестких одновременно. Это и Слардар на тебя, и Ак срывается. Один говорит, у меня бей, другой сюда иди. И разорвали Бестмастера. Да, немного за него дают, но дают. Ну, Бестмастер не фармит, Бестмастер убивают, при этом еще ломают вышку. Самое главное, инициатива у MVP полная. То есть сейчас куда-то выйти, кого-то убить очень тяжело. Инвокер очень мобильный. Акси и Слардар супер плотный. 3200 кп и 1300 кп. Вроде 1300 кп, но попробуй его зафокусить с такими вот... С пайпом, форстафом, да, он тебя наберет дистанцию.
Лажар запрыгивает в тихую. Ну, это, конечно, жестко было, но стараться его не пробить. Сяо Эйдер, так, они пытаются смотреть. Ой, у Итапарата великолепный. Минус Дарксир. Брать ничего не успел. Тейдес Бард больно, агрессиво. И он уходит. Был бы на него амплифай дэмэдж, возможно, бы и погиб. Но они уже на хайграунде, 27-я минута. Как же сейчас подсейвили Кью, он не очень хорошо ворвался, но вместо того, чтобы отдать его, подсейвили, и вдруг еще один хороший стан от Киона. Кью пытаются пробить, но это очень тяжело. Кью дает стан, минус, Битмастер, Кью падает, Акс тоже должен умирать. Ну, тут далеко зашли, на самом деле, да, немного денег дарят сейчас, и пытается еще лайфхиллер настигнуть Ancient Operation, попытка скастовать Тепал, получается, Кекс, ну, хотя бы еще Вич Доктора. Минус 3 удается сделать за счет байбека Xiao Aida. Но также в драках очень неприятно для лайфстиллера то, что ни ванды, ни фист не работает из-за ульта аппарата. И он теряет свой потенциал. Такой вот необычная контра именно не тем, что от него убегают, а тем, что он не может подхиливаться. Это все-таки очень важно для него. Так, давайте посмотрим на графике, сколько там MVP отдали. На самом деле не так много. Я думаю, что порядка 2000 по золоту, 2000 по экспириенсу они сейчас слили. Это немного приведет их в чувство, скажем так, и скажет, что нельзя вот так вслепую нырять за Т3. За Тинкера. И они сильны, конечно, да, у них все замечательно, но вслепую рановато. Можно еще немножко подфармить, там инвокер есть Аганим, можно какой-то Октарин собрать, ну Хексик, все что угодно. Октарин, чтобы еще одну инициацию получить. Кстати, сбили Стрикса от Кью, у которого было 8-0-10, 5-0-12 по-прежнему у МП. С Лардару можно сделать еще его толще, в принципе. Ну, БКБшку. БКБшку собрать. Можно БКБшку, можно еще статов добавить. Ну, все что угодно, опять же. Просто именно вот в чем преимущество БКБ. Если он что-то соберет, чтобы быть толще, лайфстиллер больше будет ему наносить урона с пассивки. Поэтому имеет смысл не защититься там от магии от какой-то. Тем более, что ХП и урона ему уже более-менее достаточно. Заходит по центральной линии. Будут ломать тир 2. Пайп пошел. Так, сразу обезопасили себя. Никаких не было врывов. Тем временем Тинкер у нас пушит по нижней линии. Ой, Бестмастер по верхней. Бестмастер еще с первыми некрочами. Ну это совсем уныло на самом деле. Да, как начиналось для него все хорошо. 29-я минута, первые некрочи. Ну вот это вот доказательство того, что даже если ты там дал сопернику пожадничать, но потом просто выходишь и убиваешь его там везде, где только можно, то в принципе ты имеешь право выиграть. Акс заходит, лайфхиллер, форста получает ульту Operation, очень больно лайфхиллеру, лайфхиллер вынужден отступать, ставит стенка, стоит без варта, очень много урона накидал, но лайфхиллер выживет. Заставили потратить стенку. И, в общем-то, это такой. Да, ну, плюс. Рор не потрачен, это аппарата нет, напрыгнул с Лардар, Киауэйд без байбека, 60 секунд. О, есть и форстар, есть и чем подсейвить, да, стопнули. На лоу-граунд, сейчас Тараска очень быстро отрегенится, ему просто набрать дистанцию от этих вот иллюзий, которые по нему постреливают, и у него все будет замечательно, летят ракетки, Тараска включается, сейчас будет регениться. И сейчас на верхнюю линию топ уйти, потому что здесь Тинкер накидал машин. Покупает себе Аганим, лазер, там, ракеты в большом количестве. А вот они пошли, но... Никак не помогает с пайпом, с Вуду Ресторейшеном. Maybe, аккуратнее надо быть, может прыгнуть Кло. Кло запрыгнул, пульт аппарата. Моментально нанесли он, еще и попытка размотать. Но тут не так просто на Экс на самом деле убить. Вот под этим лайтером, куча мизов, пошел амплифай дэмэдж. Есть танчик, подходит Акс. Да. Да, лазер, конечно, знатно залетает, много урона, миссы, но не хватает этого. Просто не хватает, слишком много имеют MVP. Идут дальше, нужно ломать бараки. На мейпе аккуратнее. Тембер вызвал микро, минус барак. Лазер не перелетел на других героев, но все, отступают. Отступают, Вич-доктора нету, ульта его нету. Убили и так достаточно много, снесли барак. Все хорошо. Да, и БКБшка уже практически готова на Слардаре. Старастый постоянно фуловый. Возвращают себе преимущество, даже увеличивают больше. Его, да, практически уже 10 тысяч преимущества. Это неплохо. MVP. Так, все. Не хотят уходить. Кью сразу дал понять, чего он хочет. Он не хочет там какие-то Некра, крипы, он просто хочет бить барак. Запрыгивает сюда также фарев. Бежит ли оттуда? Ну, на Экс нет, 4 секунды. Как раз вот он сейчас резнется, он может нажать ТП, чтобы прилететь сюда. Чем он занимается. Ну, там форги туда бьют.
фаржи, добивают барак, это не сторона. Ну и нету ни единой причины оставаться здесь. Просто спокойно уходят. Идеально исполнили. Да, кстати, появился у Operation Glimmer, есть фурстав. Очень хороший артефакт по ситуации, что неужели MVP останутся. Это такая замануха сейчас. Летит птичка, прекрасно понимает LGD, что любая ошибка это ГГ. Да и так уже близки очень. Очень близки, да. Здесь во второй игре MVP прямо преобразились. И летит Тинкер, рядом Лайфстиллер, Тинкер прыгает. Тинкер! Лайфстиллера забили, ведь Доктор ставит Дэнсвар, тут Operation'а. Лайфстиллер ходит с крипа. Но крипы моментально умирают от машинок. Нет, крип еще живет. Тинкер делает дабл килл, трипл килл от Тинкера. Рот. И там еще клон. О, пошел пальчик. Щиток, неужто это будет ультракилл? Должен запрыгивать Тинкер наперед, запрыгивать, пошли по Кусаки, не получилось, есть стан, должны быть ванды, вот они ванды, вот он подход, торнадо, неплохой, но поднимают тигрицы, поэтому все выживут. Слушай, минус 4 от LGD, это сейчас такой, знаешь, подарок неплохой, потому что Lightstealer поучаствовал в каких-то ассистах, это, если что, 5 кусков отвалилось просто. Сейчас отвалилось 5000. Да, это был сказочный подарок. И даже нельзя сказать, что как-то расслабились MVP. Да, но... Тинкер просто жахнул Тинкер лазером и ракетками и изничтожил. Да, вот он, Blade Mail, кстати, появился на Аксе. Теперь он гораздо жестче пробивает того же Lifestealer'а. По-моему, его не было до этого. То есть он без Blade Mail'а. Так да, 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 сейчас умер. Дезолятор появился на Lifestealer'е и Blade Mail на Бестмастере. Ой, Бестмастере, Аксе. На Аксе, да. Отдали преимущество. Правда, верхняя сторона все еще лежит у команды LGD, и лежать она будет до конца игры. Да, преимущество знатное отдали, сейчас была бы десятка, в итоге возвращаются где-то к 5, к 6 по XP, это не так много, но все равно могут продолжать давить MVP. У них очень приятный пик с хорошими инициаторами, именно заходят на рампу, они классные. Что у Тинкера появилось после этого? А, все, вижу. Бладстоун. Бладстоун появляется после ультраки. До... Ему бы до файта, да, подзарядить его. Трипл килл ему еще одним ассистом. Да, он бы сейчас стоял и спамил просто ракетками и лазерами. Не напрягается. Ну, MVP решают аккуратненько пофармить в своем лесу. Никуда не торопиться. Может быть, забрать Аегис сейчас стоит. Самое время. Да, просто отпушить все линии, дофармить ВКБ на его и снести вторую сторону. Это сейчас... Ну, следующий этап, к которому они должны двигаться. Потому что здесь LGD еще не собираются сдаваться. Инвокер Октарин зафармил. Я думаю, что... Хороший выбор. Денег у него. Ну и набрался выживаемости. И опять же, чуть чаще кастовать будет. Это важно. Лишний контроль. Им супервлайки какие-то взять все-таки против вот этого супермобильного Тинкера. Чтобы не уставать, не отставать в мобильности. БКБ есть у нас Лордаре. Зайти на Рошана и убить его можно очень быстро. Да, через Amplify, с Аксом, с инвокером таким. Я думаю, проблем с этим не должно быть вообще. LGD. Что делать? Инвокер набирает очень сильно. Тинкер чуть-чуть отстает по нетворсу, но держится, в принципе, неплохо. Lifestealer 13500 против 15900 у Слардара. Единственная проблема, там еще Акс. Совсем близко. Ну, заход на Рошана, Amplify. Да, ты хочешь, нет, чтобы... А, хотят подэпать. Ну, Акс запрыгивает сразу же на Ксяу, не дает тому куда идти. Пошел Санстрайк, но Санстрайк не попадает. Ну, Акс тоже классно сыграл, он обзонил. Он может погибнуть, на самом деле, там, на ракетке. Вардар заходит, есть БКБ, пробивает БКБ за стендом, успевает расшестоваться, но тут же погибает, стенки уже нету, пытается сгрызть аппарата, агрессия, садится, все, как больно раздает Кью, минус, и уходит. Прыгать дальше смысла нет, а вот Тинкера попытаться съесть можно, торнадо пошло, ну что замерзнет, ставится ЕП, нет, выходит Мэйби за действие Мороза, ну и в итоге сожрали, еще и Вич Доктор отпрыгивает отсюда, Слардар и убегает. Ракетки. Ну, Слардара очень тяжело пробить. У него все еще остается Аегис. Хорошая драка получилась для MVP. Смотрим, получится ли ее как-то продолжить LGD. Нет. Очень самоотверженно сыграл сейчас Фареб. Он просто не дал сделать какую-то грязь этому Дарксиру, который мог бы ворваться, поставить крутую стенку, вакуум. Он просто зашел и пожертвовал своей жизнью. Но это было абсолютно оправдано.
Ну, Рошан-то достался MVP, а Йигис тоже у MVP, поэтому смерть Акса это, конечно, неприятно, но мы видим, что по графикам все равно этот файт больше в пользу MVP. Так, ну и что теперь будут у нас они делать? Видимо, заходить по второй линии. Рошана уже нету, ресурсы уже есть. Флордар это просто неубиваемый с блокинг баром. 9 секунд. Еще БКБшка длится. Да, там еще и Аегис есть. Убивать надо Звара. Акс пока ничего не взял себе больше. Ну, не мудрено. Ну, ему надо 16 взять. Вот очень нужно 16. Все-таки вот эта вот разница, она может и зарешать. Там скан. Скан видит прекрасно команду LGD, ну, в принципе, ее в любом случае видит, потому что она сбивает варды. И выходит в смоках. Нужно сделать какой-то минус. Точнее, хочется. Не то, чтобы прям сильно нужно, но очень хочется. Чтобы продолжить заход на хайграунд, да. Желательно минусануть кого-то. Могут сейчас рискованно зайти. Заходит, ставит, видит директора, и директор ошибается. Тут же форстав, блин, санстрайк, и моментально стирает Сяо. Ксяо хотел еще пожить немного, но Дартир погибает, да. В итоге минус ДС, есть у него байбек, минут его не будет. Надо подтягивать сюда крипчиков, чтобы начать пуш. Надо реализовывать Аигис, все прекрасно понимают. Да, Ку, конечно, сейчас очень жирный. 200 урона у него с руки, помимо того, что он супер толстый. Это довольно много. Еще можно Алатри кидать, и у него становится 400 практически урона. С хорошим скоростью. Ничего, шанс Баша. Да, Баш там еще дополнительно дает. 120. Физики, ничего себе. Может, полтысячи ляпнуть просто. Так, ну и смотрим на заход на хайграунд. Очередной орех под пайпом заходит, смотрит, на кого можно ворваться. Пошли ракеты. Порев врывается в бестмастера. Бестмастер вытягивает. Да, отлично. У нас хороший бестмастер минус. Агрессив под ультой аппарата. Тут же падает где-то попутно Леон. Ничего не смог сделать. Кио с Аегисом абсолютно бесстрашен. Ну, это минус 2, и можно... Кидают лазер, да, это неприятно, но Кво миссует, дагер, решает зафармить вышку, лайфстиллер запрыгнул крипа, преследование, Акс его сагрил, попутка заморозит, Федерт, плохой крышевак, он, конечно, подрейм, но сметают здесь лайфстиллера, 8 секунд его не будет, лазер от Тинкера, Кво все еще живет, не стоит забывать о том, что Аигис по-прежнему в инвентаре, торнадо. Все, нету стенки теперь, она стоит, но не может Дартир залететь, спасовать ее. Акс запрыгивает. Подцепил Мэйби, Мэйби может настраиваться в таверну. Да, минус Мэйби, санстрайк его забирают. Тут же вот байбекается Мэйби, возвращается в драку к Сяо. 600 кп, Сяо отступает. Здесь агрессив после байбека, вакуум, стенку, агрессив может умереть, агрессив. Агрессив выживает на лоу кп, нет. Маледикт его дотыкал в итоге, Сяо. Глубоко стоит, на самом деле появляется Лордар, получает текст. Рор в телегу, зачем же телега, это что она сделала? И в итоге Септембр может это не уйти. Эмблифай, птички, лазер работает, поэтому мы сыпь не были. Безумная драка, куча байбеков, да, ну, на самом деле мы байбека. Видим, что 5000 заработали за эту драку MVP. Они, да, потеряли Акса, потеряли Ancient Operation, но суммарно заработали кучу денег. Заставили Стинкера, поэтому очередная смерть это все. На их до сих пор в таверне, можно сейчас отрегениться и продолжить спокойненько пуш. Да, вот уже тут заходят фаржи. Плюс ко всему, они пробили тир-3, что важно. То есть они не просто разменялись плюс в огромный, они еще и побили по вышке. И теперь следующий заход уже вышку они снесут. Ну что, 32-16. По-прежнему стараются LGD из последних сил. Может быть, где-то удастся им поймать на ошибки, сделать камбэк. Верят они в это. Не хотят отдавать так просто победу MVP в этой карте. Напомню, что LGD ведут 1-0. Фарев. Ах, чуть-чуть не успел. Не смог подцепить, да? Бывает. Но уже выходит на эту линию. Так, у кого там моншарт? У Слардара. Ой-ой-ой. Вот эта скорость у него сейчас атаки будет. Он под Алакрити, не знаю, страшнее, сложно придумать героя. Именно вот один на один он, в принципе, чуть ли не любого убивает, просто за счет того, что из баши не выпускает. А вот она скорость, даже без Алакрити уже скорость очень большая. Ну и сейчас будет Алакрити и будут заходить потихоньку. Хотя, конечно, машины это очень неприятно. Ну, пайп, есть Wood Restoration, это все нормально контрится. Слардар под Алакрити пошел, все просто месить Тавр. Так смотри, приходится нажимать Fortification, иначе бы он вот брил, скорее всего, с этого захода. Ну, а заход-то можно в скором времени повторить. Да, Лакрити сейчас откатит и вперед.
взлетают ракеты, Wood Restoration работает, ракеты, машинки, машинки, ракеты. Слардар не допрыгнул до хайграунда. Ну, бывает. Толстовато, на самом деле. Тайгеру уже не хватает. Не докачал ноги, потому что у него нет ног. Шутки за... Я хочу работать тоже, бывал. Напомню, Бруно шутил так по... на каком, на втором инте, у него там была целая концепция героев из ног. Да, ну мы ее продолжаем. Макс запрыгивает, нет, тоже не долетел немного. Ой-ой-ой, кто-то фортафит? Да, фортафит, Wood Restoration, вахну неплохо, но опять же, прожимается мека, прожимается пайп. Да-да-да, и ничего не делать, вообще ничего не делать. То есть стенка опять потрачена, вакуум потрачен, снова прыжок. Как-то все ненавидят, когда пыль, я смотрю. Да. Ну он прыгнул в Ластиллера, конечно. Не как Бестмастер, который целенаправленно утонул. Как? Ну и все, падает вышка. Падает вышка, кол снэп на Ксяо не дают войти с лента. Очень хороший на самом деле кол снэп, такое на упреждение. И уже начинают потихоньку осаждать бараки. Очень сильно проседает барак, Рор, Кьо. Но он под БКБ. Он под БКБ, поэтому не взять. Отобьет ли барак? Ну, сейчас желательно отойти, да. Чем он занимается? Отпрыгнул под Wood Restoration, лазер. И, короче, можно забрать без труда. Пошел танк, будь подкоп, подкоп неплохой, под двоих Метеор. Метеор, все живут, ставится Дезвард, приходится бежать, потому что под амплифаем все-таки много дэмэджа даже от Дезварда залетает. Несмотря на то, что ты вроде лайфстиллер на 43-й. Ну и все потратили фактически, LGD, Roar, стенку, там у Леона остался ультимейт, но это уже на такой стадии игры, мне кажется, не так сильно решает, когда так много героев у врага. И начинают разводить, просто Кьо заходит по нижней линии, барах на миде, еле живой, Кьо. Там палец есть, уйдет ли, кто-то просто так вакуум не попадает, и Кьо спасают, там еще и под глимером находится. Запрыгивает Винкан, начинает бить барак, это... Ну, опасно на самом деле, его может погибнуть. Хорошая агротакса, Кьо живет, никто не дотыкает, Метеор, пласт, да, Акс погибает. Он продал свою жизнь за друга. Где же барак? Санстрайк и чудом не попадает в агрессива. Барак остается буквально... 5 хп, может как-то запрыгнуть с дакера и инвокера делать? Фаржи, фаржи идут, добивать идут, Алакрики, Слардар запрыгивает на Ксяо, который пытался убить фаржей. Септембр, Септембр минус, агрессив пытается открыть Кью, ну кто лазер, не попадают, импин, стоит голову, пытаются размять, с догоном куча дэмэджа, это минус 4 в исполнении LGD, но барак-то пал. И нет, он не пал, 115 хп он стоит. Да, это тот самый барак, который продолжает регениться. Пал там Дарксир, и довольно много все равно потратили LGD в очередной раз. Вот они чуть-чуть приподнялись за последнюю драку, но если мы посмотрим в общем, то по графикам, конечно, все у них очень-очень плохо. Ну да, остались голые бараки. Нужно добить. Слардар, он хочет, он жаждет. И он убивает. Вот так вот. Никто не ожидал, что в крысу вот так вот может зайти. Ну, в одного один живой герой, как бы, и он запрыгивает и забирает барак. Да, минус две стороны. Минус две стороны у LGD. Остается последняя. Ботом. Опять же, без вышки. Голые бараки. Да, и Fortification тоже на кулдауне. Хотя не факт, что успеют в это тайминговое окно. 45 минут. Аура Гудханта начинает действовать потихонечку. Отравляющая команда. Она затягивающая, она не отравляющая. Затягивает потихоньку игры. Антиоксидант для игр. Залетает до аппарата. Вакуум. Хотя Хиакс продолжение. О, может быть. Нет, по-моему, погибнет. Он действительно погибает. Приходится делать байбек. А там Рошанчик есть. Вот почему они так... агрессивно защищаются. Так, ну теперь вот байбек выбили из Слардара, теперь есть... Еще разок его забрать? Ну да. Слушай, 2700 за одного героя, неплохо. Ну, с учетом байбека получили, конечно, достаточно много. Ну что, и заходит MVP на Рошана, сейчас начнут его разминать, тем временем LGD. Надо как-то дефать, иначе все вот эти предыдущие врывы почем зря были. Тинкер. Вакуум, неплохо, здесь стеночка, стеночка, подкоп хороший, Акса можно забрать очень быстро, аппарат уже отвалился, минус Акс. Также, слушай, по-моему, это мини-камбэк,
Ну, это сейчас очень неплохо было. Зарабатывают 3000, но Слардар успел, пока шла драка, забрать Рошана, забрать Аигис. Сыр достается LGD, но все же. Байбек есть у Акса. У Вичдоктора с Апарейшеном нету байбека, но они реснутся через 30 секунд, и мне кажется, это время есть сейчас. Сейчас самое важное именно как-то продавить линию MVP для того, чтобы заставить LGD думать еще и о обороне. Об обороне. Да, и... О каком бароне? Почему LGD должны думать о каком-то бароне? Ну, в любом случае, Тинкер уже затарился, причем очень плотно. Если не ошибаюсь, у него 5-й догон, и саппортов он клацает 3-й. Ну, почти. То есть еще можно на 200 побольше наносить? Еще можно, да. И вот аппарат и Вичдоктор, они разваливаются моментально. А потом, какой-то Изерил, может быть, и уже 4-й. И скоро будет 5-й. И потом Изерил. И можно будет клац. Я пытаюсь понять, насколько у него увеличено вот это вот значение. Чего? Ну, дэмэджа за счет интеллекта. Ну, 16. 6? Ну, подожди, 6? Нет, тут что-то не написано. Так нет, увеличивается на 1% за 16 интеллекта. Да. Поэтому надо. Ты просто берешь... Нет, склады. Это я не в состоянии. Поделить суммарный интеллект на 16? Да. Нападение. Акс. Нет, не пошло. Там рейдж потрачен. Руар. Пошли ванды. И вакуум хороший. Тут три Акс оказывается там. Далеко их могут зафоксить. Это дроп Аегиса. Стоит понять, что после байбека вся лейн не успевает добежать санстрайка, но съедает первый. В любом случае погибнет, да. И Квон начинает висеть. Как же больно. Септембр, неужто выиграть? Нет, все на 1000 случаев. Проблема у Мэйби. Лайнер пошел. Бэйби скрытый. Пытаются в фок. Оба после байбека. Стан по двоим. Неплохо. Агротакса. Отбегает отсюда Леон. Неужто затащит Мэйби. Добивает себя с Бладстоуна, и Кло пытается уйти, неужто агрессив не доберется. Метеор по некрочам запрыгивает наперед, а тыкали Кло, трипл килл от агрессива. Это минус Слардар на 105 секунд. Но два героя остаются в живых только у команды LGD. Ну, там через 19 секунд появится Тинкер, это очень быстро, он уже за счет Бладстоуна пытается отпушивать MP, потому что крипы довольно-таки близко к хайграунду. Очередные 1700 заваливаются в копилку LGD. А сколько там остается преимущества? Там, я так подозреваю, что не так уж и много. По нулям, я бы даже сказал, все. И LGD сейчас близки как никогда. Ну, очень большой объем работы сделал Ксяо для своей команды. Он втанковал всех героев соперника, пока разбирались селедки, съел сыр и еще раз втанковал. Там отличный вакуум, отличная стенка и выиграл очень много времени. Именно сейчас... Очень крутая игра. Вот, и Силер-то продолжает запаковываться. Ему даггер, правда, некуда сливать. У него было 1-4, там что-то, какие-то тоже 2 ассиста, что ли. Но за последних несколько драк агрессив очень много раздал. Кристаллис. А что это будет? Это будет Деидалус или... Бладторн. Ну, я думаю, что Деидалус. Деидалус, наверное, да. С руки, кроме лайфстиллера, особо никто не клацает. Поэтому, действительно, Деидалус, наверное, поярче смотрится. Да, вот так вот две стороны вроде бы снесли MVP, но в то же время сейчас уже такая поздняя стадия игры, что LGD могут и перевернуть. Тинкер, конечно. Бешеный Тинкер, который летает по всей карте и все фармит, и выдает просто тонну дэмэджа с этим аганимом в файте. Особенно этот лазер поганит все, только заканчиваются блэкинг бары, миссы, а там основной дэмэдж упирается как раз таки вот на тычке Слардара с руки, они его сделали кором. MP там много урона наносит, но если все это пережить, то в какое-то время он становится немного бесполезным. Вторые провалах покупает Инвокер. Остается какой-то муншарт. Но учитывая, что пока что он больше кастует, чем бьет с руки, муншарт не так уж и нужен. Акс. Акс вообще ничего себе не купил. У него там плохо все по фарму. Ну, действительно, фармит в основном Слардар, фармит Инвокер. И в смоках выход. Могут сейчас... Ой-ой-ой, Ксяо. Ну, байбек у Ксяо есть, если не ошибаюсь. Ксяо отпрыгивает дайвера. Идут за ним. Смогут ли понять, где он находится? Ксяо. Находит агрессив, подожди. Ксяо и агрессив отправляется наверх. Есть байбек. Ксяо находит. Форстап. Ксяо уже пытается идти. Грейвзы. Пошли кастуки за ним. Да, и Ксяо. Байбек. Ой, как больно. Делает Тинкер здесь. Пальцы ставят на фокус. Здесь Форрест может погибнуть. Да, ракета его добивает. В итоге Рор на Кло. Не стоит звать, это Кло без байбека. Пошли Ван Ви лайдером. Не попадет на них кому. Его пытаются отгрызть. Очередной дракон. 91 секунда в таверну. Как же больно здесь делает Тинкер.
агрессив. Пошел дальше. А Вижен есть? Вижена нет, он замедляется, летит сюда Тинкер. Что он сделает? Ну, Тинкер вот дубу сейчас пытается, наверное, убить. Да, минус дубу. Годлайк, дроп гема. Кстати, небольшая помощь для того, чтобы увидеть инвокера, можно было подобрать и пытаться. Такой квест. Убиваешь одного, можешь убить другого. Да-да-да. Открывается доступ к инвокеру. Ну, драка не самая лучшая для MVP, хотя байбек потратил агрессив и очень долго убивали директора. Вот именно опять Ксяо где-то спрятался в лесах, форстап. Ну, классно мансанул. Он, когда сделал форстап, ему дали колдснэп, он грифсами скинул себе колдснэп и смог спокойно сюрже убежать. Это... Небольшое дело. Да, то, что он мансанул, выиграл время для того, чтобы вернулся лайфстиллер в файт. Но, как мы видим, MVP все-таки чуть побольше заработали. Ну, там, на самом деле, копейки эти, они уже сейчас особо и не считаются. Такой лайфстиллер. Я это больше к тому, что нет такой тенденции, что вот они там сделали камбэк, и сейчас каждую следующую драку LGD уже все увереннее. Нет, здесь как в одну сторону, так и в другую может повернуться игра. Все зависит исключительно от исполнения. Пошла. Но Тинкер жестит. Хочу увидеть на Тинкере Эзериал, когда он будет просто всех взрывать за секунду. 17 зарядов в Бладстоуне, ну вот вместо линзы... Ну, линза очень сильно добавляет. Ну, может, а вместо чего? Да, это хороший вопрос, вместо чего, потому что все... Еще и хекс нужен в теории. Ну, да, все нужно. Заходит на эншентов. Здесь Кио идет первым, как самый толстый, и как инициатор. Он сейчас может прыгнуть на ММА. Но позиция не очень хорошая, он слишком далеко от своих тиммейтов, и... LGD заходит им в спину, инвокер поднимает ветерки крипов. Ну, знает примерное местоположение. Аккуратнее над Виксяо Эйту, тут его опять окружают. Опять то же самое мы видим. И... нет? Не, они не видят его, они понятия не имеют. Они... просто шагнуть чуть вправо, и тут он и появится. Ставили вот такой вот вард, пропушивают линию. Тем временем нижняя линия пропушилась, и придется сейчас возвращаться. Ну, преимущество MVP, конечно, вот это с снесенными сторонами, они могут просто забить на топ, и топ сам по себе пропушивается. Забить на центральную линию, она и так пушится. Ну, плюс вот с фаржами там вообще без шансов. Ну, вот тут сейчас заставят кинуть все так мое кво. Бутерык. Заставили сделать блокинг бар. Грамотный мув, на самом деле, от ММА. Он просто запрыгнул. Я только нажимаю дагер, а ты уже в БКП. Забайтил. Ну да, он еще там выдержал такую паузу, то есть он не собирался, в принципе, никак. Врываться, да, он просто ждал, когда нажмет БКП. Теперь БКБ в КД, и оно, скорее всего, уже будет 5-секундным сейчас. Это... да, оно уже 5-секундное. Возвращаются на базу также LGD, им пропушили топ, пропушили центральную линию, ну и пропушили нижнюю линию, соответственно. Лайф где-то потратил. Парев. Вот это, конечно, игра у нас. 60 практически минут, 55, но пока еще непонятно, в чью пользу повернется. Опять же, любая драка может решить исход. По байбекам можно посмотреть, наверное, нетворк уже не имеет такого значения. По байбекам нету байбека на лайфстиллере, ну и на вичдоктере. Лайфстиллер имеет... Ты не дал, он сюда собрал себе? Еще увереннее печки будут. Вот ему бы от дагера избавиться, на самом деле, и собрать какой-то МКБ. Ну или что-то такое, какой-то бисел. Опасная ситуация, агрессив без байбека, но Тинкер, нет, Тинкер в слишком крутой позиции, за агрессивом не нырнуть. Он сидит в кустах, просто кидает машины и вынужден отступать MVP. Вот что собрать? Дагер все равно придется дропать. Он нужен, конечно, для сокращения дистанции, но тебе дэмэдж нужен. Не надо много урона, чтобы сгрызать этих толстых слардаров, этих аксов через армор. Вот Solar Fest появляется. Какой-то пошарочек. Вот я говорю, Abyssal Blade. Abyssal Blade смотрится неплохо. Либо МКБ. МКБ тоже норм. Solar Crest пошел от Operation. Да, тогда уже МКБ даже поприятнее. И хороший скан дают сейчас MVP, понимают, где находится LGD. Возможно, стычка будет, нет? Может быть, может быть. Кио, смог. Кирекс, загрели Леона, Леон. Больно Леон, урор, парел, форстапит, и Леон не успевает сделать ничего. Летит ульта Operation, никому не попадает. Вот Кипер, Маледик, на агрессив, без рейджа. Не может, залез в иллюзию, запрыгнул в иллюзию. Может Грейспо, не успел нажать рейдж, начать получать станы. Там Мейпер разваливает, пошел Блан, как же больно агрессив, но что он погибнет, нет, он отгрызается. Еще и проблемы огромные могут быть у инвокера, здесь ММА. Текст минус 4 в исполнении LGD без потерь.
Пока грызли. А, нет, были потери, были потери, вру, Леон погибал и делал вейбэк. Но это мало. Очень мало. Минус 3500, плюс 2000 в сторону LGD. Что же происходит? Ну, все, там в инвизе был. И да, в инвизе был. Это очень сильно сыграло. Нападение Леона. Леон делает тревела сюда. По реву нельзя умирать, потому что по рев после байбека Тинкер пойдет ли дальше? Нет. Здесь рискованно. Но они сейчас будут сносить. Они будут сносить, они будут разводить на байбеке. Это все, что требуется на данный момент. Вся уэйт. Грифсы через 8 секунд. Подходит агрессив под рейджом. Начинает ломать тавр. Тавр довольно-таки быстро отваливается, скажем так. 50 секунд до инвокера, 40 до слардара. Вдвоем с аппаратом Акс подефать не может. Агр пошел. Ой, как парев-то, парев ворвался, и парева нету байбека. Тем временем Кио получает бег, Кио просит, нужна поддержка, инвокер распортовался, но лайфстиллер. Все успели разбежаться, все успели разбежаться, метеор второй был просто в никуда. 100 секунд не будет слардара. Неужто LGD додавит? Тинкер, он дает на базу, чтобы подрегениться. Ксяоэйт. Ставит Айс Волл. Ну, должны, нету слардара 90 секунд. Инвокер прожал рефрешер, теперь у него также раскат не такой сильный. Да, должен вернуться сейчас сюда Тинкер. Ждут, возможно, ультимейта от Найкса, чтобы хоть какой-то подсейв был. Нет байбеков, просто нет байбеков. Летит сюда Тинкер. Пошли щитки. Пошли по кусаке. Сяо готов крываться. Некрочи, пошли некрочи. Никто же должна давать, летает так. Форстаф, пошла ульта, парейс. Агрессив, получает бласт. Агрессива, два форстафа, спасают его. А Парейзин оказывается на базе, Тинкер срывает ведь доктор, Тинкер тяжелый может снайп, может снайп с Ластоном, будет ли вакуум с ЧДС, спасает Мэйби, нет, Мэйби все-таки разрубили, 30 секунд, вернется, в любом случае, сторона падает, вместе с игрочами, грецы прижимаются, минус, мидл, можно смещаться на другую сторону, как мы видим, Акса здесь нет, колд снайп, ММА, столкнули ноу граунд, больше не достать. 30 секунд. Форел. Агр. Проходит. Сяо и туп. Айбеков нет. Форел. Подбор. Танкрайф. Никуда. Как же больно. Здесь акцию. И тоже нет айбека. Бэби. Пошел урор. Пока сидит в госте. Но босс совсем скоро закончится. Неплохой пласт у Уокера. Но не взять. По-моему, не взять. И Тинкер уже может лететь сюда. Где же Тинкер? Да, тут и один агрессив справляется. И не остается. Поднимает себя в юл. Вторую сторону можно ломать, 80 секунд без акса, 60 без апарейшена. Инвокер пытается один задепить, выходит Слардар, но он один против всех фактически, ну, вместе с Инвокером. И остается верхняя линия. Да, и по-моему LGD эту игру выиграют на самом деле. Ну, 70 секунд до акса, 50 до аппарата, да, втроем, да, могут подефать, но пятеро живых у LGD. Кто может ворваться, но без контроля акса, скорее всего, не хватит. Не хватит силёнок, чтобы забрать Amplify. Надо отойти. Если что, у лайфстиллера уже байбек откатился. Да, можно прилететь на траволах, поэтому даже если заберут лайфстиллера, это не будет так плохо. Лайфстиллер откиливается неплохо. Лайфстиллер. Это был просто байт. И он на развороте. Пытается сгрызть. Но сам Дезвар туда же идет агрессив. Далекопат, и он погибает. В итоге нужно делать байбек. Нужно делать байбек и возвращаться. Возвращается. MP прожимает. Рефрешер, лазер, неужто Мэйби добьет? Пошел еще один лазер, МП поднимает Василия уже здесь, под рейджом, конечно, не оставляет шансов для Слардара, Санстрайк, Мэйби его получает, но он уже на базе, и падает последняя, третья сторона, байбек от Вичдоктора, что ты можешь здесь поделать, дружище? Ультапарата, ММАй, заивейдил, рейнджовый барак падает, это мега критик. Кстати, Септембер здесь, скорее всего, погибнет. Септембер погибает, но параллельно падает бараки, это мега крипы, МП поднимает Леона в воздух, Леона нужно убивать, Леон, минус, минус Леон, не успевает на развороте сделать ничего, агрессив под Маледиктом, есть рейдж через 2 секунды, Ксяо, Сонец поднимают в воздух, летит сюда Тинкер, неужели МП схватит, нет, МП не могут схватить, Акс уже вышел, бежит, пытаются не все дать... На дегерах, все на дегерах и бегом убегают отсюда, по боту мы уже крипы, забрались на хайграунд, они сейчас будут ломать Т4, поэтому придется возвращаться на базу, чтобы дефать. MVP. Какой же они трудный сейчас ситуации. Мега-крипы. Еще недавно им не хватало совсем чуть-чуть, чтобы сделать самим мега-крипов, но как быстро игра поменялась. Я думаю, что они сейчас вполне могут продолжить игру против мега-крипов. Правда, с большим отставанием, но тем не менее, герои у них очень и очень сильные. Сейчас да, но при этом лейн постоянно пушится. Так теперь не просто добраться до вражеского хайграунда, когда тебя щемят мега-крипы, когда постоянно приходится дефать. Понятное дело, что Акс может дефать мега-крипов. С его запаком это не проблема. Манквейджен покупает.
Вот они, мега-крипы. Заходят на хайграунд. Да, у Е, а у Е какого-то, конечно, нету ни Мьёльнира, нету никаких БФов, и это тяжело. Сейчас проблема выбраться с хайграунда, раз это дает бонус LGD на Рошане следующем, то есть им сейчас не обязательно торопиться, дождаться байбека от лайфстиллера, то есть, ну, когда откатится, и после этого уже продолжать какой-то экшен. Да, тут просто... А вот и Рошан. Вот драка. И Рошан. Заходят туда. Лайфстиллер, наверное, заберет. Вместо катастрофы Блинка вот этого заберет сейчас Аегис. Мэйби. Ну вот Мэйби. Вот так Мэйби рассматривает Рошана. Не часто мы видим, как Рошана магическим уроном месяц, но Мэйби нам показывает, что это вполне возможно. Два Владмера появляются одновременно. 62-я минута, появляется два Владмерса. Лучше поздно. Все-таки артефакт весьма полезный. Ну, на самом деле, я был очень удивлен в предыдущей игре. Я уже высказывал, что у MVP были контактники, которым Владмер очень нужен, и при этом они его заигнорили. Но сейчас мы видим, появляется. Лайфстил, 15% атаки, и то очень-очень важно. Ну что, нет ни одного байбека. Стратегия LGD достаточно простая. Они просто запушивают все линии, после чего Тинкер расстреливает и выбирает позицию для драки. А в случае чего у них всегда есть возможность с помощью там Аегиса как-то отбить. Скоро он надо быть аккуратнее, у него пол хп, его там в Voodoo Restoration, конечно, выхиливают, ставятся агрессивные варды на хайграунд, то есть дают вижен по площадке MVP. Да, тут со всех сторон их поджали, сейчас готовы LGD. Ну, не знаю, только чудо поможет какой-то MVP отбиться, потому что LGD выбирают тот момент, когда им удобнее всего зайти. Есть уже и... Боже, вот у Стор. Акс, открывается. Двоих. И неплохо залетает. Вот какой раз. Мой, что творится? Все погибает. Ставится отличный Десмар. Тинкер пытается что-то сделать. Тинкер ставится айсвол. Тинкера можно убить. Мат хайбеки. Еще один агр. Начинает блюдаться. Агрессия. Кто за фарай? Вот закрытый. Дабл килл. Тут же серия байбеков. Три байбека от LGD. Готовы закончить прямо сейчас. Клоп дает уйти. Отличная торнадо. Но при этом Акс все равно погибает. У него байбека нет. Вот спас. Такой как Вексов. Крипы. Уже месяц трон. У трона половина КП. Переключается вторая пальца. Топа тоже на трон. Вытолкнулся а Уэйта. Доживет. Пошла Шива. И крипы. Крипы просто добивает этот момент трон. Good game. Well played. MVP проигрывают этот матч. 2-0 в пользу LGD. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 64 минуты. Как они были близки к тому, чтобы сравнять счет? 15 тысяч практически отыграли. Это фантастический камбэк, но и не менее фантастическая игра от MVP. Очень достойные коллективы. Я не знаю, там, наверное, те, кто в этой группе находится, смотрят на этот матч и думают, что им очень непросто придется. Как в винерах, так и в лузерах. Очень хорошая игра от китайского и корейского коллектива. Фух, ну что ж, заканчивается эта серия. У нас здесь сейчас продолжится...